Афганистан. Государство, расположенное в северо-восточной части Иранского Нагорья. Страна воинов и поэтов с 5000-летней историей, 80% территории которой занимают горы и плоскогорья, каменные пустыни и сухие степи, в различные периоды истории, ставшие естественной защитой афганцев от внешних угроз. На юге и востоке Афганистан граничит с Пакистаном, на западе с Ираном, на севере с Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном, входившими в состав СССР до 1992 года, на северо-востоке с Китаем. История Афганистана – это непрерывная череда мрачных вмешательств иностранных завоевателей и героической борьбы афганского народа против этих завоевателей. Нашествие воинственных иноземцев сдерживали социально-политическое развитие страны. Именно поэтому Афганистан стал централизованным государством лишь в середине 18 века. Большой игрой назовут дипломаты и политики соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в 19-м – начале 20 века. В 19 веке в Афганистан из Индии дважды входили британские войска и дважды были вынуждены его покинуть. В 1919 году, после третьего вторжения, англичане окончательно были изгнаны из страны. Афганистан стал проводить самостоятельную внешнюю политику и установил дружеские отношения с Советской Россией. Они очень гостеприимные. Он тебе все отдаст, и когда ты у него дома. Если ты его друг, он тебя будет принимать на самом высоком уровне. Все, что у него есть, он тебе поставит на стол. Но если ты зашел к нему не как друг, он тебя все равно примет. Но стоит переступить порог забора, выйти со двора, нож в спину обеспечен. 28 февраля 1921 года в Кабуле был подписан первый советско-афганский договор о дружбе. 24 июня 1931 года договор о нейтралитете и взаимном ненападении, сохранявший силу до конца 70-х годов 20 века. В период Второй мировой войны Афганистан сохранял нейтралитет. Протяженность афганско-советской границы составляла более 2300 километров. Географическая близость подталкивала обе страны к выстраиванию добрососедских отношений, к сотрудничеству в военно-технической и хозяйственной сфере. Советский Союз планомерно наращивал свое влияние в регионе путем оказания технической, экономической и военной помощи афганскому королю Захир-Шаху. В Коране нигде не сказано, что Аллах против научно-технического прогресса. Так почему с ним надо бороться? Это знаменитая фраза последнего монарха Афганистана, сказанная, вероятнее всего, после охоты в Завидово с советскими лидерами Хрущевым и Брежневым, цитировалась не иначе как: «В Коране нигде не сказано, что Аллах против коммунизма. Так почему с ним надо бороться?» Усилиями советских специалистов строились водохранилища и оросительные системы, дороги и мосты, велась активная геологоразведка и добыча полезных ископаемых. Все народы Афганистана питают к своему великому соседу искреннее чувство глубокого уважения, говорил король Захир-Шах. «Так подай же нам руку, ты, не знающий лжи и обмана, ты, сосед наш могучий, прозорливый глава каравана», написал в 1970 году к столетнему юбилею Ленина афганский поэт Абдурауф Бенава. «Дарут бадбе ан рахабаре бозорг Ленине кабир». «Поклон этому великому вождю, великому Ленину». Так переводятся строчки стихотворения, опубликованного 22 апреля 1970 года в газете «Парчам», по-русски «Знамя», наряду с 12-полосным текстом, целиком посвященным прославлению Ленина.
Влиятельное исламское духовенство решило, что поклоняться можно только пророку Мухаммеду, и выступила с целой программой условий против группировок, требовавших политических и социально-экономических реформ. Определив политику СССР в отношении Афганистана как «восточный империализм», заявляя в листовках «долой сторонников ленинизма», «смерть шпионам США и русского ГПУ», духовенство устроило мощные беспорядки в столице, в крупных городах и провинции. Девушек, одетых в европейскую одежду, обливали серной кислотой, был разгромлен книжный магазин, торговавший советской литературой. Советским специалистам заявлялось: «Своим пребыванием вы подрываете устои ислама». Афганские события апреля-июня 1970 года ясно показали, что монархический режим Захир-Шаха утратил свое влияние на духовную жизнь общества, а само духовенство – представляет грозную силу, способную быстро перейти к вооруженной борьбе с властью. В 1973 году в Афганистане происходит военный переворот. К власти приходит Мохаммад Дауд. Он свергает с престола своего двоюродного брата Захир-Шаха, находящегося в это время в Италии на лечении, провозглашает себя президентом страны и проводит, казалось бы, демократические преобразования. Однако на самом деле он запрещает политические партии, общественные движения. Советский Союз признал новое правительство Афганистана, которое сохранило дружеские отношения с северным соседом. Москва продолжала оказывать правительству Дауда военно-экономическую помощь. В 1977 году была принята новая конституция страны, возводившая Дауда на президентство и вводившая однопартийную систему с учрежденной им правящей партией национальной революции. Официальной идеологией нового режима стала народная и национальная теория революции. Заимствуя от социализма лишь некоторые экономические аспекты политического строя, президент Мухаммед Дауд в своей практической деятельности воплощал идеи, предшествующие ему монархии, такие как национализм, ислам, святость национальных традиций, антиколониализм и антикоммунизм. Неприятие курса нового афганского правительства со стороны религиозных лидеров привело к образованию исламских организаций, которые стали бороться с существующим режимом еще до прихода советских солдат на афганскую землю. Еще одной оппозиционной правительству силой стала Народно-демократическая партия Афганистана, образованная в 1965 году. Прокоммунистическая НДПА стремилась захватить власть в стране. Саурской апрельской революцией в 1978 году назовут военный переворот, совершенный группой офицеров, членов Народно-демократической партии Афганистана во главе с генеральным секретарем ЦК НДПА Нурмухамедом Дараги и его заместителем Бабраком Кармалем. Во время штурма президентского дворца Мухаммед Дауд и его семья были убиты. По национальному радио прозвучало объявление: «Власть взяла революция. Президент Дауд ушел в отставку по состоянию здоровья». Как оказалось, для Народно-демократической партии Афганистана захватить власть было проще, чем реально управлять страной. Не было специалистов практически ни в одной из областей. Поэтому афганское правительство буквально через несколько дней после захвата власти обратилось в Москву с просьбой оказать советническую помощь по всем направлениям. Москва тайно оказывала финансовую и материально-техническую помощь афганской левой оппозиции. Экспорт социализма как модели государственного устройства был одним из главных направлений деятельности Коммунистической партии Советского Союза. Тем не менее, для советского партийного государственного руководства вооруженный захват власти промарксистской партии в Афганистане стал полной неожиданностью. Пришедшие к власти представители НДПА не были способны эффективно управлять страной, в которой имелось множество социально-экономических и национальных проблем.
8 мая 1978 года правительство Демократической Республики Афганистан официально обратилось к правительству Советского Союза с настоятельной просьбой срочно направить в Афганистан советников для оказания помощи в военно-политической, финансово-экономической, правоохранительной и образовательной сферах. Руководство СССР, имея опыт поддержки государств, избравших социалистический путь развития, быстро создало разветвленный институт советников, ставший одним из важнейших инструментов контроля и распространения своего влияния в Афганистане. Весной, летом 1978 года из СССР в ДРА направилась большая группа политических, военных и экономических советников. Летом 1978 года между КГБ СССР и спецслужбами Афганистана было заключено соглашение о сотрудничестве. Советская сторона стала оказывать Афганистану советническую помощь в области разведки, контрразведки, военной контрразведки, охраны высших должностных лиц и пограничной охране. Москва стала поставлять в Кабул специальную технику и вооружение для афганских спецслужб. Приход к власти в Афганистане левых сил вызвал серьезную настороженность в правительствах Ирана и Пакистана. Военная администрация Пакистана опасалась роста антиправительственных движений в стране. Руководство Ирана рассматривало апрельскую революцию как ослабление своего влияния на Афганистан. На территориях этих государств стали формироваться лагеря подготовки вооруженных отрядов из афганских беженцев. Летом 1978 года при поддержке мусульманского духовенства начались беспорядки в афганских провинциях Газни, Кандагар, Кунар и Пактия. В городах Мазари-Шариф и Шиберган наибольшее влияние имели представители организации «Вечное пламя» Шауле Джавид, поддерживаемой посольством Китая в Афганистане. Протестующие публично осуждали действия руководства ДРА и призывали к вооруженным выступлениям объединенные повстанческие группы. Подавляющее большинство населения Афганистана исповедует ислам, который традиционно играет важнейшую роль во всех сферах жизни страны. Мусульманское духовенство численностью около 200 тысяч человек не признало новое афганское правительство, именуя его коммунистическим, антиисламским, и призывала к выступлениям против него в городах Мазари-Шариф, Герат, Кабул, Кандагар, Джалалабад. Весной 1979 года по Афганистану прокатилась волна вооруженных выступлений. Столкнувшись с противостоянием приверженного национальным традициям и религиозным устоям населения, с антиправительственными призывами духовенства, афганские власти стали использовать репрессивные методы в отношении оппозиции и служителей ислама. Арестами и расстрелами видных представителей мусульманского духовенства отвечала власть на эти выступления. В глубоко религиозной мусульманской стране, где был силен авторитет священнослужителей, марксистско-ленинская Народно-демократическая партия Афганистана не смогла получить поддержку своих представителей ни у населения, ни в органах государственного, политического и хозяйственного управления. Пытаясь удержать власть, руководство НДПА неоднократно обращалось в Москву с просьбами о вводе в страну советских войск. Премьер-министр ДРА Тараки в марте 1979 года, сообщая в Москву об ухудшении обстановки и не доверяя афганской армии, попросил ввести в Афганистан советские войска, которые помогли бы подавить разразившийся крупный антиправительственный мятеж в Герате. Члены Политбюро ЦК КПСС были единодушны во мнении, ни при каких обстоятельствах СССР не может потерять влияние в Афганистане. Они решили увеличить объемы военно-экономической помощи ДРА без ввода в страну советских войск. Соединенные Штаты
рассматривали апрельскую революцию в первую очередь как усиление политического веса СССР на международной арене. 14 февраля 1979 года в гостинице «Кабул» экстремисты захватили посла США в Афганистане Дабса. Во время спецоперации афганские силы безопасности случайно убили посла. Отказ министра иностранных дел Афганистана Амина от проведения расследования этого инцидента с участием американских экспертов окончательно испортил отношения между Вашингтоном и Кабулом. Прекратилось оказание экономической и технической помощи. Американское присутствие в Афганистане было сокращено. По оценкам советских экспертов, основными причинами дальнейшего ухудшения политической и социально-экономической ситуации в стране были и оппозиционное движение, и ошибки руководства, и усиление деятельности спецслужб США, Пакистана и КНР. Иранская исламская революция 1979 года придала новый импульс деятельности исламской оппозиции. Министерство обороны, МИД и КГБ СССР подготовили предложение для ЦК КПСС в виде записок от 17-18 марта 1979 года об обострении обстановки в ДРА и наших возможных мероприятиях. Члены Политбюро ЦК КПСС были единодушны в том, что ни при каких обстоятельствах Советский Союз не может потерять влияние в Афганистане, но решили не направлять в страну советские войска. Москва начала проводить демонстрацию силы. Были приведены в состояние повышенной боевой готовности части и соединения Туркестанского военного округа. 5-я и 58-я мотострелковые дивизии, дислоцировавшиеся на южных границах СССР, 61-я учебная и 108-я мотострелковые дивизии, 111-я ракетная бригада, а также авиационные части военно-транспортной авиации. Я вылетел в Ташкент утром 9 марта. Я уже был в Ташкенте, в штабе округа. В штабе округа офицеров и генералов не было. Все находились на учении. Командующий войсками округ по приезду поднял по тревоге войска, находящиеся в Кушке и в Термезе. 18 марта 1979 года в соответствии с директивой Генштаба Вооруженных сил СССР в пунктах постоянной дислокации началось приведение в полную боевую готовность 5-й, город Кушка, и 58-й, город Кызыл-Арват, мотострелковых дивизий. В этот же день командующий воздушно-десантными войсками распорядился привести в повышенную боевую готовность 105-ю воздушно-десантную дивизию и начать подготовку к ее переброске в Афганистан в полном составе. В марте-мае 1979 года СССР осуществил масштабную поставку военной техники в Афганистан, передав правительству страны боевые машины пехоты, бронетранспортеры, бронированные разведывательно-дозорные машины, вертолеты Ми-24 и Ми-8, орудия, минометы, реактивные установки, переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела-2М», стрелковое оружие, боеприпасы. Помощь, оказанная Советским Союзом, позволила в кратчайшие сроки подавить один из самых крупных антиправительственных мятежей в Герате. Для организации работы афганских специальных служб в Кабул выехали первый заместитель руководителя советской внешней разведки генерал-лейтенант Борис Иванов и заместитель начальника главного управления пограничных войск КГБ СССР генерал Юрий Нишумов. Несмотря на принимавшиеся меры поддержки, необъявленная гражданская война продолжилась. Вооруженные выступления охватили провинции Газни, Кабул, Кунар и Нанганхар. Правительство республики неоднократно обращалось к руководству КПСС с просьбой ввести войска для подавления многочисленных выступлений вооруженной оппозиции.
Советское руководство в этот период отрицательно относилось к вводу войск в Афганистан, считая, что подобное действие может вызвать негативные последствия для СССР, находящегося в состоянии холодной войны с западным миром. Москва оказывала военно-техническую поддержку Кабулу, рассматривая его как потенциального участника социалистического лагеря. Популярность режима Тараки практически во всех слоях афганского общества стремительно снижалась, заставляя его просить советское руководство об активной военной поддержке. Хафизулла Амин, соратник Тараки, тайно начал подготовку к захвату власти в Афганистане. Несмотря на предупреждение Москвы о готовящемся заговоре, Тараки не воспринял эту информацию всерьез. Имея сильное административное влияние на государственный аппарат страны, Амин в сентябре 1979 года отстранил Тараки от власти, сосредоточив в своих руках все ключевые посты. Через несколько дней по его приказу Тараки был убит. Амин, как истинный восточный человек, пытался разыгрывать и советскую карту, и западную. Однако в Москве действия Амина по заигрыванию с Соединенными Штатами Америки расценивали негативно, а попытки его установить отношения с радикальными исламскими организациями вообще были оценены как измена идеям социализма. К концу 1979 года стал очевиден провал политики Амина. Исламская религиозная оппозиция при поддержке большей части населения страны начала наступление на режим афганских левых. Боевые действия между оппозицией и правительственными войсками развернулись в 18 из 26 провинций. Афганистан превращался в опасный очаг напряженности на южных границах Советского Союза. В начале декабря 1979 года началась широкомасштабная подготовка к вводу советских войск в Афганистан, хотя политическое решение об этом еще не было принято. Река Амударья была слишком переполнена водой. Ну ладно, пусть будет. Переполненная водой и постоянно меняла свое русло. Понтоны, которые были у нас, практически не могли переправлять то количество техники и личного состава, которое планировалось переправить. Мы сделали заявку на то, чтобы подать новые понтоны. Нам подали с Одессы железнодорожные, тяжелые железнодорожные парк, который мы пытались установить на Амударье для переправы войск на сторону Афганистана. Но так как мы не могли удержать, то пришлось танки, несколько танков на каждом берегу развернуть, и танки на тросах удерживали этот тяжелый понтонный парк. В первых числах декабря на территорию Афганистана был переброшен специальный отряд Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР общей численностью около 500 человек, сформированный из военнослужащих Советских республик Средней Азии и Казахстана – мусульманский батальон. Официально было заявлено, что это подразделение направляется для охраны резиденции главы Афганистана Амина. Однако истинная цель была иной, и о ней знали лишь несколько высокопоставленных лиц в советском руководстве. В декабре 1979 года, а точнее 10 декабря, я получил команду от генерала армии Варенникова. Варенников в это время уже занимал должность начальника главного оперативного управления.
10 декабря срочно поднять войска и укомплектовать приписным составом с военкоматов. 100%. Численность была 55 тысяч человек. В тот же день, в 23:45, командир 103-й воздушно-десантной дивизии получил от командующего ВДВ распоряжение привести части и соединения дивизии в полную боевую готовность и в 9:00 утра 11 декабря начать выдвижение на аэродромы посадки Северный в Витебске, Балбасово в Витебской области, Смоленск, Шаталово в Смоленской области, Быхов в Могилевской области, Сеща в Брянской области. Далее самолетами военно-транспортной авиации они были переброшены в районы сосредоточения вблизи границы с Афганистаном. Накануне ввода войск во второй половине декабря 1979 года в Ташкент стали перебрасываться воинские подразделения и части. Несогласованность действий между командованием военно-воздушных сил и гражданской администрацией аэропорта Ташкент привела к тому, что на глазах изумленных пассажиров аэропорта Ташкент на взлетно-посадочную полосу стали приземляться огромное количество самолетов военно-транспортной авиации. В это время в аэропорту Ташкента находились иностранцы из разных государств – Соединенных Штатов Америки, ФРГ, Франции, Италии, других государств. Иностранцы сразу же проявили интерес к появлению огромного количества советских военнослужащих в аэропорту Ташкента. 12 декабря 1979 года в Москве члены Политбюро ЦК КПСС Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Андрей Громыко, Дмитрий Устинов приняли решение о вводе в Афганистан советских войск. Для советского руководства это решение было непростым. Оно обосновывалось стратегическими интересами СССР, защитой южных границ, сохранением дружественных отношений с Афганистаном, перекрытием каналов поступления наркотиков. Неоднократные обращения Тараки, а затем и Амина о военной поддержке стали для советского руководства удобным предлогом. Власть в Афганистане было решено передать в руки Бабрака Кармаля, одного из лидеров НДПА, который в ожиданиях Кремля обеспечил бы стабильность в стране и изменил соотношение сил в регионе в пользу СССР. 16 декабря 1979 года на базе штаба и управления Туркестанского военного округа в 15 километрах северо-восточнее города Термез было развернуто полевое управление 40-й общевойсковой армии. Для ввода было развернуто и доукомплектовано до полного штата около 100 соединений и частей. В ходе развертывания и передислокации советских воинских подразделений в декабре 1979 года активно использовались средства связи, в том числе войсковых радиостанций, в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, аэродромной и самолетной связной аппаратуры. Выборочный контроль радио и радиорелейных линий связи, проведенный советской радиоконтрразведкой, показал, что работа советских войсковых радиостанций зачастую велась в открытую. Содержание переговоров радиообмена свидетельствовало о характере деятельности советских войск в Афганистане, в том числе о боевых потерях, и позволяло третьим странам получать вполне объективную информацию о советском военном присутствии. США, в свою очередь, используя средства космической разведки, а также наземные станции радио- и радиотехнической разведки, расположенные на территории Турции и Пакистана, были осведомлены о начале ввода советских войск в Афганистан. 24 декабря 1979 года Дмитрий Устинов на совещании руководящего состава Министерства обороны СССР объявил о решении Политбюро ЦК КПСС ввести советские войска в Афганистан в целях оказания интернациональной помощи дружественному афганскому народу, а также
создание благоприятных условий для воспрещения возможных антиафганских акций со стороны сопредельных государств. Замкомандующего войсками округа Тухарину Юрий Владимирович был назначен командующим 40-й армией. Это первый командующий 40-й армии. 25 декабря в 15 часов по московскому времени части и соединения 40-й отдельной армии начали движение по понтонному мосту через пограничную реку Амударья на территорию Афганистана. Одновременно с самолетами военно-транспортной авиации началась переброска посадочным способом частей и подразделений 103-й воздушно-десантной дивизии в Кабул. Двадцать седьмого декабря 1979 года советские подразделения специального назначения КГБ и ГРУ Генштаба СССР в ходе операции под названием «Шторм-333» захватили резиденцию Амина, который во время штурма был убит. Одновременно было захвачено еще несколько важных объектов – здание правительства, Генерального штаба афганской армии, службы разведки и контрразведки, министерств обороны, внутренних дел, иностранных дел, аэропорт, радио, телецентр и прочее. В результате операции к власти в Афганистане было приведено новое просоветское правительство во главе с Бабраком Кармалем, доставленным в Кабул и занявшим посты генерального секретаря ЦК НДПА и председателя Ревсовета ДРА. За эту операцию, которая продолжалась всего 43 минуты, звание Героя Советского Союза получили сотрудники КГБ СССР Григорий Бояринов посмертно, Виктор Карпухин и Эвальд Козлов. 25 декабря 1979 года начался ввод советских войск в Афганистан. Первоначально никаких приказов, что делать войскам в Афганистане, отдано не было. Предполагалось, что само присутствие советских войск послужит дестабилизирующим фактором для действия оппозиции. Одновременно с советскими войсками в Афганистан вошли особые отделы КГБ СССР по 40-й армии. Перед военными контрразведчиками стояла задача обеспечить безопасность войск, оградить их от возможного действия иностранных разведок, от действия вооруженных отрядов оппозиции. В декабре 1979-го, марте 1980 года гарнизоны советских войск взяли под охрану крупные города, населенные пункты и основные магистрали, а также многие советско-афганские экономические объекты. Создавали зоны безопасности, режимные зоны вокруг мест дислокации и в боевых действиях практически не участвовали. В основном советские части и подразделения располагались в районе главных магистралей, вокруг аэродромов Баграм, Кабул, Кандагар, Джалалабад, Шинданд. В крупных городах или рядом с ними Асадабад, Герат, Кундуз, Лашкаргах, Мазари-Шериф, Меймене, Файзабад. К концу января 1980 года ввод главных сил 40-й армии был завершен. Контингент советских войск насчитывал более 52 тысяч человек. Введя 40-ю армию в Афганистан, мы поняли, что мы должны оказать чисто человеческую интернациональную помощь для стабилизации обстановки в самом Афганистане. Отсутствие заблаговременно подготовленных баз для размещения советских войск в Афганистане привело к тому, что лишь незначительная часть прибывших частей и подразделений 40-й армии смогла расположиться в более или менее благоустроенных военных городках. Большинство же войск оставалось в палаточных. Ввод советских войск продемонстрировал всему миру и прежде всего Соединенным Штатам,
Решимость Советского Союза отстаивать свои государственные интересы не только дипломатическим путем, но и с применением военной силы. Эта акция стала причиной резкого ухудшения отношений между СССР и США, а также между СССР и большинством стран арабского мира. Для аккредитованных в Москве иностранных дипломатов и журналистов сообщение о событиях в Афганистане стало неожиданностью. Президент США Джимми Картер также был удивлен вторжением, поскольку заключение разведывательного сообщества США 1978-79 годов сводились к тому, что Москва ни при каких условиях не будет напрямую вмешиваться в афганскую ситуацию. 26 декабря 1979 года советник по национальной безопасности президента Збигнев Бжезинский отправил Картеру записку под названием «Размышления о советской интервенции в Афганистане», которая стала прологом курса на скрытую помощь фундаменталистски настроенным полевым командирам в Пакистане, где было сосредоточено порядка 6 миллионов афганских беженцев. Через межведомственную разведку Пакистана ISI ЦРУ начало предоставлять нелегальную финансовую и техническую помощь антиправительственным силам в Афганистане. Политическая элита США исходила из того, что скрытая программа помощи оппозиции будет вынуждать СССР действовать энергичнее, все более и более увязая в афганской войне. На Западе советское вторжение в Афганистан считалось угрозой глобальной безопасности и поставкам нефти в Персидский залив. Неспособность точно предсказать действия СССР заставила американских чиновников и разведчиков переоценить советскую угрозу в отношении Ирана и Пакистана. Время покажет, что эти страхи были преувеличены. Для дестабилизации обстановки спецслужбы США, Пакистана, Ирана, Турции и Саудовской Аравии, а также партии и организации афганской оппозиции проводили нацеленную на республики Средней Азии пропаганду, создавали на афганской территории подпольные религиозные структуры, поддерживали радикализацию исламской идеологии и ее носителей, именовавшихся маджахедами. Радиопередачи, которые велись и на территории Афганистана, и на территорию советских республик Средней Азии, большое внимание уделялось вопросам ислама. Звучали открытые призывы к переносу джихада с территории Афганистана на территорию Советского Союза. Исламский фактор стал играть в радиопередачах решающее значение. Начиная с 3 января 1980 года, США стали обращаться к союзникам по НАТО, а также к Новой Зеландии, Австралии и Японии с призывами принять ответные меры на советское вторжение в Афганистан. США заявили о своем решении задержать открытие генконсульства в Киеве. Активизировали деятельность радиостанций «Свобода», «Свободная Европа», «Голос Америки», усилив пропаганду на СССР. Сократили до минимума численность американского дипломатического персонала в Кабуле, оставив лишь поверенного в делах и до 10 человек персонала. Потребовали сокращения непропорционально возросшей численности советского посольства в Вашингтоне, приняли меры по ограничению поездок советских дипломатов по территории США. Серьезной пропагандистской акцией Вашингтона стало заявление о том, что США бойкотируют Олимпийские игры в Москве. Наши атлеты не поедут в Москву. 14 января 1980 года Генеральная Ассамблея ООН 104 голосами против 18 одобрила решение, призывавшее СССР к непосредственному, безоговорочному и полному выводу советских войск из Афганистана. Накануне, 13 января 1980 года,
Леонид Ильич Брежнев в интервью газете «Правда» отметил, что ЦК КПСС и правительство, принимая решение о вводе войск, полностью сознавали свою ответственность. Перед советским воинским контингентом стояла задача оказать содействие афганцам в отражении агрессии извне, под которой подразумевалась возросшая антиафганская активность Ирана и Пакистана. В статье говорилось, что советские войска будут выведены из ДРА, как только отпадут причины, побудившие афганское руководство обратиться с просьбой об их вводе. Это выражение впоследствии в разных вариациях будут повторять советские политики и дипломаты. По результатам своего визита в январе 1980 года в Кабул, бесед с Кармалем и Наджибулой, Юрий Владимирович Андропов отмечал, что вмешательство Вашингтона и Пекина во внутренние дела Афганистана приобретает все более широкие масштабы. Совершаются бандитские налеты на города и села. Сложившаяся ситуация не позволяла вернуть советские войска до тех пор, пока обстановка в Афганистане не будет нормализована. Надежды Москвы на широкую народную поддержку режима Бабрака Кармаля, едва затеплившиеся после его прихода к власти в Афганистане, не оправдались. Вместо ожидаемого успокоения населения и стабилизации обстановки, советское военное присутствие сыграло обратную роль. В стране усилилось движение сопротивления, очаги мятежей возникали в различных провинциях Афганистана. Москва винила во всех проблемах страны свергнутого лидера Амина и не хотела понять, что если в первые месяцы после совершения переворота в апреле 1978 года НДПА пользовалась хотя бы небольшой поддержкой населения, то постепенно эта поддержка уменьшалась при формальном увеличении числа членов этой партии. Большинство афганцев негативно восприняли ввод в страну иностранных войск. Афганская оппозиция открыто заявляла, что Кармаль не только ее политический противник, но и ставленник Москвы, поэтому не могло быть и речи о каких-либо переговорах с ним. Оппозиция приступила к организации сопротивления на территории всего Афганистана, ведя вооруженную борьбу прежде всего против советских войск. Во время ввода и размещения советские войска были вынуждены вступать в локальные боевые действия с вооруженными отрядами оппозиции, отвечать на обстрелы мест своей дислокации. Движение советских частей и подразделений по дорогам Афганистана стало сопровождаться регулярными нападениями. Вместо ожидаемого успокоения, присутствие советских войск способствовало разрастанию беспорядков и росту движения сопротивления. В январе-феврале 1980 года участились нападения на колонны с продовольствием и топливом, следовавшие с севера на Кабул, из Кабула на Джалалабад и Кандагар. В феврале состоялись акции протеста против советской оккупации в Герате и Кабуле, в ходе которых погибло несколько сотен человек. В результате советские войска постепенно втягивались в боевые действия с вооруженными отрядами и группами афганской оппозиции, поддерживаемыми местным населением. Попытки подавить беспорядки в Герате и Кабуле вызвали рост враждебности со стороны граждан страны. По сути дела, советским солдатам пришлось вести борьбу с населением, сталкиваться с разобщенным по этническому, социально-экономическому признакам афганским обществом, безуспешно пытаться бороться с усилением роли ислама как объединяющей антисоветской идеологии. Местные племенные и религиозные лидеры, включая и тех, кто раньше терпимо относился к режиму Амина, объявили джихад новому просоветскому правительству. Для вооруженных отрядов оппозиции из-за границы практически беспрепятственно стало поступать оружие и боеприпасы, так как границы с Пакистаном и Ираном были достаточно прозрачными. Зима
1980 года стала трудной для советских воинов. Надежды на то, что основные задачи вооруженной борьбы с оппозицией будет решать афганская армия и национальные силы безопасности, себя не оправдали. Несмотря на принимавшиеся советскими военными советниками меры по повышению боеготовности и боеспособности афганской армии и сил безопасности, они оставались слабыми и не могли самостоятельно вести боевые действия. В это же время афганская оппозиция усиленно занималась улучшением организации вооруженного сопротивления. В конце января 1980 года шесть основных организаций оппозиции в пакистанском городе Пешаваре объявили о создании Исламского союза освобождения Афганистана. В начале 1980 года вооруженные формирования оппозиции, действуя крупными силами, не уходили от прямого столкновения с советскими войсками. Это привело к разгрому крупных вооруженных формирований и отрядов оппозиции в районах Файзабада, Талукана, Тахара, Баглана, Джалалабада и других городов. После ряда поражений в ходе столкновений с советскими войсками руководители вооруженной афганской оппозиции пришли к убеждению о необходимости изменения тактики дальнейшей борьбы. Отказавшись от использования крупных сил, они разбили свои формирования на группы и отряды численностью от 20 до 100 человек и перешли к партизанским действиям, основой которых стали засады. На узких дорогах Афганистана, с обеих сторон окруженных возвышенностями, было удобно вести огонь из стрелкового оружия и гранатометов. То, что было преимуществом боевиков, оказалось слабым местом советских войск. Советская техника в горах была ограничена в маневрах, тогда как моджахеды свободно передвигались и активно использовали для своих атак складки местности. Советские войска оказались не готовы к контрпартизанским действиям. Опыт борьбы частей и подразделений Красной армии и войск ОГПУ по борьбе с басмачами в Средней Азии в 1920-е годы был забыт. Не изучался и более поздний опыт борьбы иностранных армий с партизанским движением в период Второй мировой войны и локальных войн 1950-70-х годов. Не было ни одного наставления, определяющего порядок борьбы с партизанами. Все это приводило к снижению эффективности боевых действий и неоправданным боевым потерям. Советские войска, направленные в Афганистан, не имели опыта действий в условиях горно-пустынной местности и были вынуждены методом проб и ошибок постигать искусство борьбы с непривычным для них противником, осваивать тактику действий в горах, пустынях, зеленых зонах. После ввода советских войск в Афганистан стали проявляться противоречия, значение которых сначала недооценили ни в ДРА, ни в СССР. Оппозиция, ведущая борьбу с афганским правительством, активизировала боевую деятельность. Ни Кармаль, ни другие члены политбюро ЦК НДПА не были готовы к тому, что придется самостоятельно, с оружием в руках, защищать свой режим. Кармаль и верхушка НДПА считали, что в условиях пребывания в стране советских войск вся ответственность за судьбу революции лежит на их плечах. Бабрак Кармаль был тем политиком, на которого сделали ставку в политбюро ЦК КПСС. КГБ СССР также положительно оценивали возможности нового афганского лидера. В политических кругах Кабула отмечали, что правительству Бабрака Кармаля предстоит преодолеть значительные трудности внутриполитического и экономического порядка, оставленные ему в наследство прежним режимом, но выражали надежду, что НДПА с помощью СССР удастся решить эти задачи.
В руках Кармаля находилась значительная власть. Он был председателем Революционного совета и премьер-министром ДРА, а самое главное – генеральным секретарем ЦК НДПА. В 1980-1989 годах пост генерального секретаря правящей партии в Афганистане считался таким же важным, как и пост генерального секретаря ЦК КПСС в Советском Союзе. Каждодневная деятельность НДПА и афганского правительства находилась под контролем Политбюро ЦК КПСС. Все принимаемые в ЦК НДПА решения предварительно проходили экспертизу в комиссии Политбюро ЦК КПСС по Афганистану. Какие бы задачи и лозунги не выдвигал Бабрак Кармаль, он всегда оставался в фарватере внешней политики КПСС. В основных документах НДПА ясно прослеживается влияние советских партийных советников, которые согласовывали каждый шаг со Старой площадью. Это было в интересах Советского Союза, который таким образом формировал преданную политическую элиту. Бабраку Кармалю предстояло исправить ошибки своего предшественника, привлечь на сторону НДПА большую часть афганского народа, расширив социальную базу апрельской революции. Для этого было необходимо прекратить внутрипартийные разногласия и добиться единства в рядах НДПА. Помощь Кармалю сразу начала оказывать Москва. 10 января 1980 года ЦК КПСС обратился к ЦК НДПА с призывом о прекращении фракционной борьбы и установлении единства партии. В Москве считали, что идеи Бабрака Кармаля пригодятся для изменения ситуации в партии и стране. Но также понимали, что Кармаль и новая политическая элита Афганистана без советского участия и контроля не смогут быстро нормализовать обстановку. В феврале 1980 года завершился ввод и размещение советских войск в Афганистане. Командование группировки советских войск своей главной задачей считало охрану городов и наиболее важных объектов инфраструктуры Афганистана. Сам фактор присутствия крупной военной группировки, по мнению военных, должен был отрезвляюще подействовать на оппозиционеров и постепенно привести к прекращению вооруженной борьбы в стране. Такая позиция оказалась несостоятельной. Из-за низкой боеспособности и боеготовности вооруженных сил ДРА войска Советского Союза были вынуждены вступить в борьбу с вооруженными отрядами афганской оппозиции. Советские войска в Афганистане представляла 40-я армия, численный и боевой состав которой в разгар военной кампании превышал 102 тысячи человек. Войдя туда, мы поняли, что мы влезли в очень серьезное дело. В 1980 году в Афганистане в составе 40-й армии находились 4 дивизии, 1 воздушно-десантная и 3 мотострелковые, сводный корпус ВВС армии, 5 бригад, 1 десантно-штурмовая, 2 мотострелковые материально-технического обеспечения, 5 отдельных полков парашютно-десантный, мотострелковый, связи, инженерно-саперные, 13 боевых и боевого обеспечения батальонов, в том числе 2 отдельных отряда специального назначения. Группировка советских войск в Афганистане постоянно расширялась за счет специальных подразделений КГБ и МВД СССР. В 1980 году были введены спецподразделения пограничных войск КГБ, располагавшиеся
вдоль советско-афганской границы на глубине до 100 километров. При участии советников из пограничных войск КГБ СССР было сформировано более 10 афганских пограничных бригад, подразделения которых разместились на основных маршрутах доставки в Афганистан оружия и боеприпасов. Практически во всех провинциях Афганистана были созданы оперативные группы представительства КГБ СССР, а при каждом отделе афганской военной контрразведки работали советники, сотрудники представительства КГБ. Советское военное присутствие в Афганистане постепенно увеличивалось. С августа 1980 года и по апрель 1984 года в Афганистане находились специальные подразделения КГБ СССР. «Каскад-1», «Каскад-2», «Каскад-3», «Каскад-4» и «Омега». Первые боевые операции советских войск в Афганистане, начатые в марте-апреле 1980 года, большей частью носили характер совместных советско-афганских рейдов в районах предполагаемого нахождения противника. Постепенно для контроля над местностью были развернуты 862 заставы и 184 сторожевых поста, находившихся вокруг ключевых объектов на дорогах, у мостов и перевалов. Отдельные заставы выглядели как крепости. На них находилось до 200 человек, включая минометчиков, танкистов, артиллеристов и разведчиков. В первой половине 1980 года были разгромлены крупные вооруженные отряды в районах Файзабада, Талукана, Баглана, Джалалабада и других городов, а также в Нуристане и Хазараджате. Поражение вооруженных сил оппозиции от прямых военных столкновений привели ее к тактике партизанской войны. Бойцы отрядов оппозиции в дневное время под видом местных жителей рассеивались по деревням, укрываясь в домах, прятались в землянках и пещерах. Действуя небольшими подвижными группами, хорошо зная местность, быстро передвигаясь по горам, обладая высокой выносливостью и организованностью, вооруженные отряды противников власти устраивали засады и налеты на подразделения советских и правительственных войск. Советские войска, в свою очередь, не имея опыта такого рода боевых действий, плохо понимая культурную специфику афганского общества, оказались не готовы к антипартизанской войне. Попытки вести операции рейдами вдоль дорог и по долинам, где могла развернуться боевая техника, оказались малоэффективными. К тому же непривычный климат, суровая местность и болезни быстро изматывали людей. В 1981-1982 годах советские войска перешли в основном к рейдовым маневренным операциям в составе отдельных усиленных батальонов с широким применением охватов, обходов, выброской вертолетных десантно-штурмовых групп. Но и рейдовые операции не давали необходимого результата, так как мобильные вооруженные группы противника, прекрасно знавшие местность и умело использовавшие ее рельеф, как правило, находили пути и возможности увести основные силы от преследования и разгрома. В 1982 году части и подразделения 40-й армии провели 187 боевых операций. Советские войска при поддержке афганских сил безопасности разгромили крупные отряды вооруженной оппозиции в провинциях Кабул, Парван, Каписа, Кандагар и других, что привело к некоторой стабилизации военно-политической обстановки в Афганистане. На поражение в боевых действиях вооруженная афганская оппозиция ответила плотным минированием дорог. Иностранные мины поступали из Соединенных Штатов Америки, из Италии, Англии, Франции. Особое внимание оппозиция стала уделять проведению диверсий на трубопроводе Термез-Кабул, по которому обеспечивалась поставка горючего из Советского Союза. Наиболее сложным было положение в восточных провинциях Пактия,
Пактика и Нангархар. Афганское правительство оказалось неспособным взять под полный контроль освобожденные от оппозиции территории из-за отсутствия поддержки населения. Указание Москвы окончательно разгромить контрреволюцию к 7 ноября 1981 года выполнить не удалось. В некоторых регионах Афганистана боевые операции проводились по несколько раз. Однако вскоре после их завершения вооруженные отряды противников власти без труда возвращали себе утраченные позиции. Характерным примером может служить долина Паншер, где за 9 лет было проведено 12 разных по масштабу боевых операций. Однако правительственная власть в этом районе так и не была установлена. Сам район Паншер являлся одним из основных опорных пунктов вооруженной оппозиции в Афганистане, куда из Пакистана и КНР систематически поступало подкрепление в живой силе, оружие, боеприпасы и снаряжение. Освобождение Паншера имело важное политическое значение, так как известный полевой командир Ахмад Шах Масуд, руководивший действиями вооруженных отрядов Исламского общества Афганистана в долине, объявил, что в Паншер никогда не придет власть НДПА. В Паншерской операции в мае 1982 года было задействовано 36 советских мотострелковых и десантных батальонов общей численностью 12 тысяч человек, более 320 танков, БТР и БМП, 155 орудий и минометов. Им противостояло около 2500 оппозиционеров. Операция прошла успешно. Были взяты многочисленные трофеи. Однако основным силам вооруженных отрядов во главе с Ахмад Шахом Масудом удалось покинуть долину. К середине лета 1982 года Ахмад Шах Масуд восстановил свои силы и вытеснил представителей государственной власти из долины Паншер. Войсковые операции в долине Паншер сочетались с переговорами, которые вели сотрудники ГРУ Генштаба ВС СССР с Ахмад Шахом Масудом, пытаясь склонить его к прекращению вооруженной борьбы против афганского правительства. В 1982 году, во время очередного перемирия, заключенного для переговоров, представители Ахмад Шаха тайно устраивали встречи с афганскими военнослужащими, склоняя их к переходу на свою сторону, заявляли, что мусульмане – один народ и не следует враждовать между собой. Воевать необходимо только с русскими, которым нет места в Афганистане. Следующая крупная операция в долине Паншер была проведена весной 1984 года. Численность советских войск составляла более 7400 человек, афганской армии – около 2600 военнослужащих. В трех крупных административных центрах Панжера – Анава, Руха и Базарак – были образованы и начали функционировать органы государственной власти. Для местного населения организовали доставку продуктов питания, товаров первой необходимости, медикаментов. В долину были командированы учителя, врачи и пропагандистские группы с кинооператорами, журналистами, фотокорреспондентами. По результатам боевой операции в долине Паншер в Москву сообщалось, что разгромлена большая группировка вооруженной оппозиции, убито около 3000 мятежников, восстановлена народная власть. Однако, как говорил Бисмарк, нигде так много не врут, как после охоты и на войне. Информация была далека от действительности. Еще до ее начала Ахмад Шах ушел сам и заранее вывел большую часть своей группировки из долины Паншер в прилегающие горные массивы, в расчете впоследствии снова туда вернуться. Ушла за своим лидером и основная часть местного населения. Оставшиеся жители долины начали активно создавать очаги сопротивления властям.
Именно в результате их действий, через некоторое время после завершения операции, вооруженные отряды оппозиции вновь заняли долину Паншер. Примерно такими же результаты были и во время боевой операции советских войск в Паншере в 1985 году. Интенсивность боевых действий советских войск в Афганистане постоянно возрастала, достигнув своего пика в 1984-1985 годах. География боестолкновений охватила всю территорию страны. Боевые потери советских войск в Афганистане в 1980-1985 годах были самыми тяжелыми и составили 8520 человек. В том числе погибли 3 советских генерала. 1984 год стал наиболее трагическим по числу погибших, унеся жизни 2343 солдат и офицеров. Основные потери несли военнослужащие 40-й армии. Среди погибших были и советские военные советники, сотрудники представительства КГБ СССР в Афганистане, военнослужащие пограничных подразделений, сотрудники МВД СССР. Тысячи советских военнослужащих показали в Афганистане образцы мужества и отваги. О воинской доблести и подвигах советских воинов обществу очень мало известно, так как советская пресса недостаточно освещала эту тему, а после окончания войны в Афганистане ее постарались быстро забыть. За мужество и отвагу, проявленные в ходе афганской войны, 86 советских военнослужащих за подвиги были удостоены звания Герой Советского Союза. 109 военнослужащих награждены орденом Ленина, 1972 человека – орденом Красного Знамени. Всего орденами и медалями СССР было отмечено 200 тысяч советских военнослужащих. Советские войска решали две основные задачи. Первая – разгромить крупные вооруженные отряды афганской оппозиции в базовых районах. Вторая – оказать содействие правительству Афганистана в расширении и укреплении органов государственной власти на местах. Если первую боевую задачу советские и афганские войска, как правило, выполняли, нанося при этом противнику большие потери, то вторую решить было сложнее. В результате складывался порочный круг, порождавший новые волны гражданского и военного противостояния и взаимной ненависти. Вооруженные отряды оппозиции, уклоняясь от затяжных боев, мелкими группами уходили из-под удара и передислоцировались в другие районы. В ходе проведения операций в занятых войсками областях и районах создавались органы государственной власти, которые из-за своей малочисленности не смогли стать реальной властью. Представители новой власти не пользовались авторитетом, зачастую не хотели и не умели работать с местным населением. Завершив военную операцию, советские и афганские войска возвращались к местам своей постоянной дислокации или переходили в другие районы боевых действий. На их место возвращались вооруженные отряды оппозиции, которые первым делом уничтожали местные органы власти и восстанавливали свои базы. Круг замыкался. Политическая эффективность военных действий стала стремиться к нулю. Военную операцию следовало начинать сначала. Поэтому не всегда удавалось нам наладить добрые отношения с руководством страны, да и с руководителями племен и общин, потому что не все были благонастроены на ввод нашей армии. Я не зря сказал, когда мы входили, нас встречали цветами. А вот когда выходили, по нам стреляли. Одновременно с этим, в силу успешной антисоветской и происламской пропаганды, увеличивалось количество сторонников оппозиции, пополнявшей ряды сопротивления. Восток есть Восток. Верить каждому слову на Востоке невозможно. И я вспоминаю слова министра обороны Абдул-Кадыра, который однажды в откровенной беседе мне сказал:
Виктор Федорович, вы нам не очень-то и верьте. Мы думаем одно, говорим второе, а делаем третье. Едва ли не единственным позитивным последствием советского присутствия стало то, что постепенно повышалась боеспособность афганских вооруженных сил. И к середине 1985 года афганская армия стала самостоятельно вести боевые действия против вооруженных отрядов оппозиции. Главными причинами военно-политических неудач, сохранения и расширения масштабов сопротивления вооруженных отрядов афганской оппозиции стало отсутствие общественной поддержки деятельности НДПА и существовавших органов государственной власти, обусловленная спецификой и низким уровнем социально-экономического развития общества. Высокая приверженность религиозным взглядам населения, антиправительственная позиция духовенства, фракционная борьба в правящей партии, неэффективность деятельности низового партийного и государственного аппарата. Значительную роль в срывах планов правительства играли природные особенности страны. Горы высотой 4-5 тысяч метров, пустыни, не позволяли эффективно контролировать границу. Через афгано-пакистанскую и афгано-иранскую границу протяженностью около 3000 километров с территории Пакистана и Ирана в Афганистан постоянно перебрасывалось вооружение, материальные средства и хорошо подготовленные бойцы. Задача по перекрытию притока вооруженных отрядов оппозиции через государственную границу была исключительно важной. В середине 1980-х годов на ее решение выделялось до 50% боевого состава советских войск и 40% сил и средств афганской армии. Кочевой образ жизни большинства приграничных племен – ежегодно в Пакистан и Афганистан мигрировало около 3 миллионов человек – а также традиционное непризнание ими самого факта существования границы не позволяли установить вдоль нее строгий пограничный режим. Местное население относилось к советским войскам как к захватчикам-интервентам. При этом оно полностью поддерживало полевых командиров. В свою очередь, советский контингент в Афганистане испытывал трудности военно-организационного и идеологического характера. Советские вооруженные силы не были подготовлены к ведению партизанской войны в сложных климатических условиях. Военнослужащие не понимали специфики религиозно-культурного развития афганского общества. Едва привыкнув к службе в Афганистане, получив опыт в боестолкновениях, советские военнослужащие срочной службы, отслужив 1,5 года, уезжали домой. На смену им приходило молодое пополнение, вынужденное набираться собственного опыта, учась на своих ошибках и потерях. Мы не умели воевать, но мы научились воевать в Афганистане. В то же время бойцам вооруженных отрядов оппозиции уходить было некуда. Они защищали свои дома и свою землю. Они верили в правоту джихада и были привычны к военному ремеслу. Вырастало поколение афганцев, которое не умело ничего делать, кроме как держать в руках оружие и воевать. Исключительно важное значение в Афганистане играл геополитический фактор. Исламскую оппозицию поддерживали Соединенные Штаты Америки, Великобритания, ФРГ, Саудовская Аравия, Пакистан и Иран. К середине 1980-х годов Народная демократическая партия Афганистана насчитывала 120 тысяч членов. Был создан партийный и государственный аппарат в центре и на местах. Численность афганской армии составляла 140 тысяч человек, войск МВД – 80 тысяч, службы разведки и контрразведки – около 20 тысяч. В 1980-1985 годах в Афганистане при содействии советских советников были созданы государственные и общественные организации, однако они не пользовались авторитетом у населения. Руководством НДПА практически не велась работа по привлечению населения на борьбу с оппозицией, созданию и укреплению органов власти.
обеспечению защиты населения в уездах собственными силами самообороны. Отсутствие единства в НДПА, продолжавшаяся фракционная борьба между группировками «Хальк» и «Парчам», способствовали установлению атмосферы недоверия, наушничества, подсиживания, нелогичных кадровых перестановок. Весной 1984 года эксперты МИД, Минобороны, КГБ СССР и Международного отдела ЦК КПСС пришли к выводу о том, что ЦК НДПА, его политбюро и лично Бобрак Кармаль плохо занимаются организацией борьбы против вооруженных отрядов оппозиции, проведением в стране социально-политических преобразований, работой с населением. Афганское руководство ограничивалось только определением политической линии и лозунгов, за которыми чаще всего не следовали практические дела. Кармаль старался снять с себя политическую ответственность за происходящее в стране, обозначая в качестве причин слабости своего режима то, что неграмотное культурно и политически местное население не способно понять суть происходящих событий и поддержать новую власть. А афганская интеллигенция, на которую можно было опереться в новом государственном строительстве, по мнению Кармаля, в значительной мере была поражена западной идеологией и тянулась к Западу. Бобрак Кармаль был достаточно опытным политиком. Он сообщал в Москву ту информацию, которая была чувствительна для советской внешней политики. Он утверждал, что американские спецслужбы всеми силами стремятся подорвать народный режим в Афганистане. Американцы работают со всеми слоями населения, с духовенством, с офицерами, с интеллигенцией, с национальными меньшинствами. По мнению Кармаля, если советские войска покинут страну, этим немедленно воспользуется западная агентура, внутренняя контрреволюция и всевозможные оппозиционеры. Афганский руководитель был убежден в том, что укрепить власть в Афганистане можно лишь при условии полной ориентации на Советский Союз. А основную тяжесть вооруженной борьбы с оппозицией должны нести советские войска. Кармаль был прав. Без участия СССР в вооруженной борьбе НДПА и афганское правительство не могли удерживать власть. Советские эксперты в середине 1980-х годов обратили внимание на то, что между Бобраком Кармалем и высшим офицерским составом афганской армии существует взаимное недоверие. Ряд генералов и офицеров, принадлежавших ранее к крылу «Хальк», были освобождены от занимаемых должностей вопреки рекомендациям советских советников. Поскольку замена командного состава происходила при наличии в армии советских военных советников, афганский офицерский состав считал, что снятие представителей военной элиты с должностей осуществляется с согласия советских представителей. Такие действия Кармаля порождали недоверие афганцев к Советскому Союзу, ослабляли позиции и влияние СССР как в афганской армии, так и в стране в целом. Еще одной причиной слабости афганского правительства было отношение к нему мусульманского духовенства. Из 300 тысяч служителей культа, которые до апрельской революции 1978 года вели активную проповедническую деятельность в 45 тысячах соборных мечетей, только около 10% были настроены лояльно и призывали верующих к поддержке афганского правительства. Выжидательную позицию заняли те муллы, которые опасались расправы со стороны вооруженных отрядов оппозиции. Эта категория религиозных лидеров прекратила проповедническую деятельность, занявшись светской работой. Процесс привлечения мулл на сторону афганского правительства осложнялся террором, развязанным вооруженными отрядами оппозиции против тех, кто выражал симпатии новому режиму, и отсутствием преданных и хорошо подготовленных партийных кадров, способных гибко и последовательно проводить политику НДПА в области ислама. В 1979 году глава Национального фронта спасения Афганистана Сигбутулла Маджаддеди
объявил фетву о джихаде против Демократической Республики. Муфтий Саудовской Аравии одобрил фетву Маджидеди, провозглашавшую джихад против атеистических советов в Афганистане, как обязательство для всех мусульман во всем мире. Часть оппозиционно настроенного мусульманского духовенства эмигрировала в Пакистан и Иран. Другая часть, оставаясь в Афганистане и пользуясь авторитетом среди верующих масс в провинциях, благословляла членов вооруженных отрядов оппозиции на борьбу против НДПА и безбожного Советского Союза. На территориях, контролируемых вооруженными отрядами оппозиции, полевые командиры и религиозные авторитеты начали организовывать так называемые «исламские комитеты», которые выполняли некоторые функции органов власти и стали альтернативой государственным институтам на местах. Их руководители издавали директивные указания для старейшин кишлаков о направлении жителей в вооруженные отряды, о выплате налогов и штрафов, о правилах торговли, разбирали на основе шариата гражданские и уголовные дела. Исламские комитеты в некоторых случаях пытались уладить противоречия между местными жителями и боевиками, обучали детей, восстанавливали больницы и мечети, контролировали соблюдение религиозных обрядов. Главным руководителем любого племени был, как всегда, мулла. Мулла был царь, воинский начальник. Он что сказал, то должны его прихожане или послушники делать. Важной функцией исламских комитетов было предотвращение перехода вооруженных отрядов на сторону государства и боевых столкновений между вооруженными отрядами оппозиции различной партийной принадлежности. Исламские комитеты вели политическую работу среди населения, назначали в сельские мечети мулл, которые совместно с пропагандистами стремились привлечь местных жителей на сторону той или иной исламской партии, а также разжечь неприязнь к афганскому правительству и советским воинским подразделениям. В некоторых комитетах были образованы группы для сбора доказательств преступлений советских военнослужащих, фотографирование разрушенных в ходе боевых действий жилищ, захваченной военной техники и оружия для последующего использования этих материалов в пропагандистских акциях. Исламский фактор становится одним из ключевых в антисоветской пропаганде и в борьбе против советских вооруженных подразделений. Для американского истеблишмента советская интервенция в Афганистане стала дополнительным ударом. Вторжение произошло менее чем через год после исламской революции в Иране, когда США потеряли одного из ключевых союзников на Среднем Востоке. В Белом доме появились страхи относительно возможного сокращения поставок нефти из региона. Еще год назад президент Картер назвал Иран островком стабильности. Как ни парадоксально, на помощь американским экспертам пришли исламская революция и идейное оживление исламского мира. Антисоветский джихад будет взят на вооружение не только афганскими оппозиционерами, но и американской стороной и ее надежными союзниками в лице Великобритании, Саудовской Аравии и Пакистана. Операция «Циклон» вошла в историю как одна из самых затяжных и дорогих операций ЦРУ, целью которой было взращивание и разноплановая поддержка радикально настроенных религиозных групп афганских оппозиционеров и их сторонников из других мусульманских стран. Если в первые годы финансирование операции составляло от 20 до 30 миллионов долларов в год, то к 1987 году расходы на нее увеличились до 630 миллионов долларов ежегодно. Поддержка включала поставки оружия, тактическую подготовку, материально-техническую поддержку и другие программы, которые способствовали созданию лагерей повстанцев на территории Пакистана. США также поставляли оппозиционерам зенитные ракеты «Стингер», которые фактически нейтрализовали советские вертолеты. У Великобритании, Саудовской Аравии и Китая также были аналогичные программы.
В одном из интервью в 1998 году Бзижинский говорил, что он и президент Соединенных Штатов Америки Джимми Картер сознательно увеличили возможность вторжения Советов в Афганистан. Бзижинский писал: «В тот день, когда Советы официально пересекли границу, я написал президенту Картеру: теперь у нас есть возможность создать для СССР свою войну во Вьетнаме». Соединенные Штаты Америки публично восхваляли джихадистов. В 1983 году президент США Рональд Рейган, продолжавший афганскую политику Картера, встретился с лидерами моджахедов в овальном кабинете в присутствии СМИ. По результатам встречи он опубликовал заявление, в котором говорилось: «Наблюдать, как мужественные афганские борцы за свободу сражаются с современными арсеналами, с простым ручным оружием, это вдохновение для тех, кто любит свободу». По замыслу американских лидеров, разжигание конфликта в Афганистане помогало падению коммунизма в СССР. Поэтому на радикальную, рьяную религиозность лидеров сопротивления ЦРУ просто закрывало глаза до того момента, пока советские войска не покинули афганскую землю. Последствия этих действий мировое сообщество ощущает на себе до сих пор. Параллельно с этим ЦРУ инициировало антисоветскую и происламскую пропаганду внутри мусульманских южных республик СССР через распространение радикальной исламской литературы, обличающей советский режим. Так, в 1982-1983 годах особый отдел КГБ 40-й армии выявил 29 фактов распространения в советских войсках листовок афганской оппозиции и антисоветских центров, в том числе Организации русских эмигрантов «Народно-трудовой союз» НТС, Организации украинских националистов АУН, а также распространение книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Наиболее активными спонсорами афганской оппозиции были США, Великобритания, Франция, ФРГ, Пакистан, Иран, КНР, Египет, Саудовская Аравия. Спецслужбы иностранных государств направляли вооруженные отряды оппозиции, действовавшие на территории Афганистана, инструкторов и специалистов по ведению партизанской войны. По данным афганской контрразведки, в 1981 году в вооруженных формированиях оппозиции находилось около 50 иностранных советников. В 1983-1984 годах их число увеличилось до 450. Иностранные советники и инструкторы направлялись в основном в отряды таких крупных организаций, как «Исламская партия Афганистана», «Исламское общество Афганистана» и «Движение Исламской революции Афганистана». Наряду с обучением членов вооруженных отрядов современным приемом ведения общевойсковых и партизанских наступательных операций, иностранные советники обращали внимание на проведение специальных диверсионных и террористических акций, организацию долговременной обороны. Под их руководством велось строительство фортификационных сооружений, а также укрепленных районов в провинциях Кандагар, Парван, Баглан, Нимроз. Советники принимали участие в планировании деятельности вооруженных отрядов, нередко брали на себя организацию управления боевыми действиями. Так, с помощью представителей США и Англии разрабатывался план захвата города Хост для последующего обращения к Западу с просьбой о признании освобожденного района в качестве ядра Афганской Исламской Республики. Иностранцы координировали действия вооруженных отрядов различной политической ориентации. В 1983-1984 годах чаще стали проводиться совместные совещания полевых командиров и иностранцев, в ходе которых принимались решения об одновременных выступлениях нескольких отрядов, избиралось единое руководство ими, разрешались конфликтные ситуации, распределялись зоны влияния.
Советники активно собирали разведывательную информацию о военно-политическом и экономическом положении Афганистана. Дислокации и деятельности советских и афганских воинских подразделений вели войсковую разведку. Так, под руководством французских и американских инструкторов проводилась разведка перед обстрелами аэродромов в Кандагаре и Шинданде. Постоянно производились осмотры подбитой техники, мест бомбометаний, делались анализы проб грунта в районах боевых действий с целью выявления возможных случаев применения отравляющих веществ. Французские советники лично проводили разведывательные опросы советских военнослужащих, оказавшихся в плену у вооруженных отрядов оппозиции. В Афганистане нелегально находились иностранные корреспонденты, которые собирали разностороннюю информацию о советских войсках, снимали кинофильмы, освещающие акции вооруженных отрядов, вели широкую пропагандистскую работу среди афганской оппозиции и населения. Особое внимание уделялось подготовке репортажей, дискредитирующих подразделения советских войск. В стране находились также врачи и медсестры, оказывавшие медицинскую помощь вооруженным отрядам оппозиции. Западные государства всячески отрицали присутствие в Афганистане иностранных инструкторов и специалистов. Однако данные советской и афганской разведки, а также факты задержания и гибели на территории Афганистана иностранных граждан говорили об обратном. Так, в июне 1982 года в ходе боевой операции частей 5-й МСД в провинции Фарах был убит гражданин Норвегии Ганхас Стелл, который по поручению пресс-агентств скандинавских стран в период с апреля по июнь 1982 года в целях изучения контингента советских войск производил фотосъемку действий отдельных подразделений, их мест дислокации, а также опрос местных жителей и боевиков. 1 июля 1983 года в провинции Парван разведывательные подразделения 40-й армии организовали и провели засаду на маршруте перемещения вооруженных отрядов оппозиции. В результате засады был разгромлен караван, следовавший в Пакистан для закупки оружия, около 100 боевиков и 50 вьючных животных. В бою были уничтожены 44 боевика, 16 человек взяты в плен. Периодически в центральных газетах публиковались и транслировались в СМИ Афганистана интервью задержанных афганской контрразведкой агентов ЦРУ, афганских и пакистанских граждан, завербованных в качестве агентов ЦРУ американскими дипломатами. Сообщалось о том, что под руководством кадровых сотрудников ЦРУ, работавших под дипломатическим прикрытием, агенты собирали разного рода информацию, усиливали связь с афганской оппозицией, передавали ей оружие и пропагандистские издания. В октябре 1984 года газета Christian Science Monitor поместила статью Эдварда Жерарде под заголовком «Афганские партизаны не сгибаются перед советским наступлением», в которой сообщалось о результатах операции советских войск в долине Паншер. Автор статьи основывался на данных, полученных от Ахмад-Шаха Масуда, который отметил, что воевать стало очень трудно, гораздо труднее, чем раньше. Масуд подчеркивал, в военном отношении советские войска не достигли своих целей. Каждый раз, приходя в долину, они пытались уничтожить вооруженные отряды оппозиции, но Ахмад-Шаху всегда удавалось уходить от них и наносить удары с флангов. Масуд также отметил, советские десантные части многое узнали о партизанской войне в горах и стали воевать лучше, чем раньше. В публикации сообщалось и о том, что в отличие от многочисленных вооруженных группировок, базировавшихся в других местах, группы, обосновавшиеся в долине Панджшер, создали свое собственное полуавтономное исламское государство с весьма четкой социальной и политической структурой. Местные органы управления, судебная система, финансовое ведомство для сбора налогов и помощи семьям погибших, школы,
мечети, больница и, что особенно важно, центр подготовки бойцов вооруженных отрядов. По словам Ахмад-Шаха, жители Паншерской долины были полностью проинформированы членами афганского правительства о советских планах по крайней мере за месяц до проведения войсковой операции в апреле 1984 года. За несколько дней до наступления Масуд приказал начать эвакуацию из долины. Большинство ее жителей укрылись в соседних районах. В то же время вооруженные группы укрылись в боковых долинах и совершали диверсионные акции, устанавливали мины на дорогах. Другие отряды отошли из Паншера и получили приказ проводить скоординированные атаки с целью отвлечь противника. Ни афганская контрразведка, ни советские советники из КГБ СССР не знали о тактическом отступлении отрядов Ахмад-Шах Масуда из ущелья Паншер. В результате боевые действия советских войск и их афганских товарищей оказались малоэффективными. Ввод советских войск в Афганистан существенно ослабил геополитические позиции СССР на мировой арене. Оказавшись в международной изоляции, Советский Союз был вынужден, с одной стороны, начать пропагандистскую кампанию по разъяснению своей позиции в афганском вопросе, а с другой, пытаясь разрешить афганский кризис, приступить к поиску возможности вывода своих войск на приемлемой основе. Ситуация осложнялась тем, что не все участники мирового коммунистического движения поддержали акцию СССР по вводу войск в Афганистан. Коммунистические партии Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Румынии, Швеции, Югославии, Японии выступали против всякого вмешательства в дела других государств и за немедленный вывод советских войск из Афганистана. С начала 1980 года Советский Союз, США, Великобритания, Италия, Канада, Франция, Пакистан, Иран, Китай, Индия и другие государства и международные организации ООН, Организация Исламская конференция, ЕС, Движение неприсоединения выдвигали различные проекты по нормализации обстановки в Афганистане. Пытались найти пути политического урегулирования ситуации вокруг него. Советский Союз считал главным условием политического урегулирования прекращение вооруженного и любого иного вмешательства извне во внутренние дела Афганистана. При этом должны были быть выработаны надежные гарантии того, что вмешательство в дела Афганистана не возобновится вновь. В контексте такого политического урегулирования мог бы быть решен вопрос о выводе из Афганистана советских войск. Но Вашингтон взял курс на дальнейшее втягивание Советского Союза в афганскую войну с целью нанести ему как можно больший экономический, военный и политический ущерб, чтобы заставить заплатить высокую цену. Поэтому, поддерживая на словах процесс политического урегулирования в Афганистане, США на деле тормозили его. Стратегический партнер США Великобритания продвигала идею нейтрализации Афганистана, которая в практическом плане сводилась к скорейшему выводу оттуда советских войск. США, Великобритания и Канада оказывали сильное влияние на Индию, которая в 1983-1986 годах была страной-координатором движения неприсоединения. Внушали индийскому руководству мысль, будто обстановка в Афганистане создала долгосрочную угрозу для Пакистана и Индии. Москва, в свою очередь, убеждала Дели, что ввод советских войск в Афганистан не представляет угрозы ни для Пакистана, ни для Индии. Европейское экономическое сообщество также предлагало свой план урегулирования ситуации в Афганистане, предусматривающий нейтрализацию Афганистана, вывод советских войск, прекращение военных операций и установление государственной власти, отражающей социальную реальность. В 1982 году посреднические усилия ООН в поиске путей урегулирования афганской проблемы увенчались кратковременным успехом. В Женеве
В июне того года прошел первый раунд афгано-пакистанских переговоров с участием личного представителя генерального секретаря ООН Диего Кордовиса. Для СССР афганская проблема имела еще одно важное значение. Появление на южных границах СССР групп радикально настроенных исламских движений и организаций, выступавших с идеей антисоветского джихада, стало весьма тревожным симптомом, грозившим резко осложнить ситуацию в мусульманских республиках страны, особенно в Средней Азии. Напряжение советского руководства усиливала информация о наличии в СССР сети нелегальных мусульманских религиозных школ. В 1985 году их насчитывалось порядка 170. КГБ СССР фиксировались факты, связанные с террористической угрозой на территории страны. Шестеро афганцев были схвачены при подготовке терактов в ходе 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Москве с 27 июля по 3 августа 1985 года. В своих попытках блокировать распространение и укрепление радикальных религиозных идей советское руководство и спецслужбы были вынуждены обратиться к исламской теме. Афганские органы безопасности совместно с советскими коллегами стремились идеологически подорвать авторитет вооруженных формирований в стране, склонить их к прекращению борьбы и переходу на сторону народной власти. Для этого среди мирного населения и оппозиционеров распространялась издаваемая в СССР мусульманская литература, на публикацию которой в атеистическом государстве фактически был наложен негласный запрет. В начале 1980-х годов на всем пространстве Союза духовным управлением мусульман Средней Азии и Казахстана издавался лишь один исламский журнал – «Мусульмане Советского Востока», чье содержание полностью контролировалось государством и было рассчитано на зарубежную публику. Не случайно, начиная с 1980 года, этот журнал, кроме прочего, стал выходить на фарси, а в период с 1984 по 1988 годы – на языке дари. Вручение официальным должностным лицам Корана при организации переговоров с командирами вооруженных групп во время проведения пропагандистских митингов представителей общественности с привлечением раскаявшихся участников вооруженных отрядов и групп нередко давало положительный эффект и расценивалось по канонам ислама как проявление искренности и миролюбия. Пропагандистский эффект планировалось усилить путем распространения в Афганистане Корана, отпечатанного в Казани на арабском языке в количестве 20 тысяч экземпляров. Однако эти усилия не были способны изменить ситуацию и блокировать распространение радикальных исламских идей в стране. До 1991 года эти идеологические ручейки были достаточно слабыми. Но при условии, если они сливались в единую, бурную исламскую реку, эта река была способна разрушить любое государство. Итогами второго этапа афганской кампании стали негативные последствия во всех областях государственной деятельности. Афганское общество и государство не получили долгожданного успокоения. Начиная с этих пор и до сегодняшнего дня, в стране торжествует атмосфера ненависти, гражданского противостояния, усиливающейся внешней интервенцией и радикализацией общественных настроений. Как пророчил Бжезинский, Советский Союз получил свой Вьетнам, в котором увяз на десятилетия. СССР не смог выиграть эту войну и на дипломатических площадках. Доказательство тому и отсутствие поддержки со стороны стран соцлагеря, и бойкот Олимпийских игр 1980 года, и усиливающаяся изоляция страны. Даже ближайшие союзники советского государства были разочарованы, так как увидели демонстрацию военной и геополитической слабости советского колосса. Дискредитация военной мощи СССР, очевидная для зарубежных партнеров,
и активизация антисоветской радикальной исламской повестки приводили к различным, но весьма важным для всего мира последствиям. Внутри СССР вызревало глухое недовольство в мусульманских республиках. Матери получали цинковые гробы. В скрытой от посторонних глаз кухонной жизни советского общества все чаще обсуждался вопрос о смысле афганской кампании, о том, что руководство страны не говорит правду. Снаружи разгорался пожар исламского радикализма, который опрометчиво поддерживался США и их союзниками. В 1985-1986 годах на территории Афганистана размещалось 179 советских частей. Из них 39 боевых частей, 41 авиационная часть, 35 тыловых, 64 части обеспечения, обслуживания и другие. Части и подразделения 40-й армии дислоцировались в 33 гарнизонах. Наиболее крупными из них были Кабул, Баграм, Газни, Кундуз, Асад-Дабад, Джалалабад, Кандагар, Лашкаргах, Шинданд. Личный состав 40-й армии на 1 января 1986 года насчитывал 108 786 человек, в том числе 105 977 военнослужащих. В этот период в Афганистане не снижали своей активности советская разведка и контрразведка. В Афганистане по-прежнему действовали представительства КГБ СССР, особые отделы КГБ, разведывательный отдел 40-й армии, а также разведывательный центр Главного разведывательного управления вооруженных сил. Повышением боеготовности и боеспособности афганской армии, разведки и контрразведки правоохранительных органов занимались советские советники. 824 советника Минобороны, 502 КГБ и 395 МВД. Всего в афганских коллективах работало более 6000 советских советников, специалистов и переводчиков. Офицеры советских спецслужб накопили серьезный опыт разведывательной и контрразведывательной работы в сложных условиях. В большинстве своем имели специальную страноведческую и языковую подготовку, говорили на дари и пушту, хорошо знали исламскую религию. Все это помогало им в решении актуальных стратегических и тактических задач. В 1985-1986 годах боевые операции в Афганистане велись практически на территории всей страны. Силовая составляющая конфликта оставалась ведущей. Войска 40-й армии прикрывали государственную границу Афганистана, совместно с афганской армией вели боевые действия в местах наиболее активной деятельности вооруженных отрядов оппозиции. Советско-афганские боевые соединения и части были расположены в приграничных с Ираном и Пакистаном районах, на важных направлениях Северо-Восточного театра военных действий. Основными формами борьбы с вооруженными отрядами оппозиции по-прежнему были плановые операции по их разгрому в жизненно важных регионах страны, уничтожение баз со складами вооружения, боеприпасов и учебными центрами, а основным способом боевых действий – блокирование территорий с последующим их прочесыванием. Части и подразделения советских войск
В том числе проводили крупные армейские операции. «Смерч», в результате которой был сорван план оппозиционных сил по созданию буферного государства в районе Парачинарского выступа и нормализована обстановка в провинции Пактия. Маневр по уничтожению вооруженных отрядов оппозиции, их баз и складов в районах населенных пунктов Ишкашим и Хоста в Афаринг. Ураган в провинции Вардак. Осень в районе Нижнего Паншера и на севере зеленой зоны Чирикара, провинции Парван и Каписа. К решению военных задач активно подключались вооруженные силы Афганистана. В 1985 году советско-афганские войска нанесли 5625 бомбовых ударов. Из них 922 пришлось на долю ВВС Афганистана. Совершили 59 838 самолетовылетов, 3908 ВВС Афганистана. Афганскими войсками было проведено 33 самостоятельных операции в провинциях Кунар, Нангархар, Баглан, Пактика, округе Хост. В 1986 году афганскими и советскими войсками было проведено 12 совместных боевых действий. Афганской армией самостоятельно организовано 83 боевых операции. Была колоссальная коррупция. Уже начиная с майора в вооруженных силах Афганистана, майоры выше не работали. Они были начальниками, у них был свой бизнес, которые зачастую зарабатывали за нас. Остальные были там, а солдаты были на таком жалком пайке, при этом подвергаясь тотальному, со стороны родственников, близких соседей, тотальному прессингу того, что ты неверным продался. И, конечно, уже к 20 апреля 1986 года из 152 1861 человека, который числился в войсках, стало 151 тысяча, там 380 человек. 1500 людей вот сам за какой-то промежуток ушли туда. Находившиеся в ситуации разрухи и тотальной безработицы, солдаты видели в борьбе на стороне оппозиции реальную возможность заработать. Несмотря на сохранявшуюся масштабную советскую военную и экономическую помощь, масштабы вооруженного сопротивления оппозиции не уменьшались, а даже увеличивались. На начало января 1986 года вооруженные формирования различных оппозиционных исламских партий и организаций насчитывали в своих рядах около 185 тысяч человек. Из почти 5000 отрядов и групп около 2000 общей численностью порядка 80 тысяч человек противостояли афганским и советским войскам. К концу 1986 года под контролем государства в Афганистане находилось лишь 8 тысяч кишлаков из 31 тысячи. Контроль государства распространялся на территорию около 20%. Все остальное контролировала вооруженная оппозиция. Влияние оппозиции было наиболее заметно в провинциях Герат, Кандагар, Гор, Пактия, Нангархар, Кундуз, Парван, в округе Хост. Значительная группировка оппозиции была сосредоточена в провинции Кабул. Здесь сконцентрировалась 55 вооруженных отрядов и групп, общей численностью 6,5 тысяч человек. Особенно напряженной для правительственных сил была ситуация в сельской местности. В этот период контролируемая афганским правительством кишлачная зона практически не увеличивалась и в декабре 1985 года составляла 8,6% территории страны. Так, в 1986 году было освобождено 1419 кишлаков, а спустя некоторое время 1116 из них
оказалась под контролем вооруженных отрядов оппозиции. План по освобождению кишлаков в 1986 году был реально выполнен на 13%. Мероприятия по расширению государственной власти в ряде случаев носили формальный характер. Широкое распространение получила практика приписок. Например, в Фарахе и Лагаре в число освобожденных кишлаков включили и те, которые были покинуты населением. В провинции Кандагар государственная власть реально существовала только в 87 кишлаках из 914, числившихся освобожденными. Подобная практика приписок была характерна и для отчетов командования о численности уничтоженных сторонников оппозиции. На территории, которую контролировала афганская оппозиция, проживало примерно 80% населения страны. Это позволяло оппозиции вести активную агитационную и пропагандистскую работу среди населения, а также восстанавливать боеспособность своих вооруженных отрядов. Боевые действия правительственных войск не приносили положительных результатов и в любом случае наносили ущерб мирным жителям, не подкреплялись политическими и социально-экономическими мероприятиями в интересах населения кишлачных зон. Сельские жители все чаще отворачивались от правительства и поддерживали его оппонентов. В 1985-1986 годах вооруженные отряды сопротивления получили в свое распоряжение 12-ствольные пусковые установки реактивных снарядов китайского производства с дальностью стрельбы до 12 километров, переносные зенитно-ракетные комплексы ПЗРК с дальностью стрельбы до 4 километров, безоткатные орудия, радиоуправляемые мины, позволявшие совершать подрывы с удалением до 20 километров, мины-сюрпризы в виде наручных часов, авторучек и других предметов. Во второй половине 1986 года США доставили в Пакистан партию ПЗРК «Стингер», которая была передана вооруженным отрядам оппозиции, что привело к увеличению потерь советских самолетов и вертолетов в 1,5 раза. Однако советская и афганская авиация несли потери не только в результате применения ПЗРК. Серьезные потери понесли афганские ВВС в ходе теракта на авиабазе Шинданд, провинция Герат. В ночь с 11 на 12 июня 1985 года было установлено 24 специальных взрывных устройства на стоянке самолетов 335-го смешанного авиаполка ВВС Афганистана. Мощный взрыв уничтожил 6 самолетов Су-7, 13 самолетов МиГ-21, повредил 3 самолета Су-7 и 1 самолет МиГ-21. По-прежнему много хлопот советско-афганскому командованию доставлял непримиримый противник афганского правительства и НДПА полевой командир Ахмад Шах Масуд. Политика советской стороны в его отношении была непоследовательной. С ним периодически велись переговоры, подписывались соглашения о временном перемирии в долине Паншер, затем вновь и вновь проводились операции, как это было ранее. Виной подобной двойственности была межведомственная конкуренция советских спецслужб. Межведомственные разногласия заключались в том, что сотрудники Главного разведывательного управления полагали необходимым вести переговоры с Ахмад-Шах Масудом. Они считали необходимым заключить с ним перемирие и прекратить боевые действия в Паншире. А представители КГБ СССР полагали, что реально достоверной информации в отношении самого Ахмад-Шах Масуда и его вооруженных отрядов недостаточно. На этом основании они считали переговоры вести нецелесообразно. Стороны, поддерживавшие оппозиционные силы, пытались стимулировать их консолидацию. В марте-апреле 1985 года
в районе Пешавара, Пакистан, проходило совместное совещание руководителей афганских оппозиционных групп, в котором принял участие президент Пакистана Зия-уль-Хак, потребовавший объединения обеих группировок в единый союз. Вскоре там же было принято решение уничтожать на месте захваченных в плен советских и афганских военнослужащих, если они откажутся сотрудничать с оппозицией. Полевые командиры получили указание довести до рядовых членов группировок девиз: «Не дадим ни одному советскому солдату живым покинуть Афганистан». В конце июня 1985 года в Равалпинди, Пакистан, начальник Объединенного разведывательного управления пакистанской армии генерал-лейтенант Ахтар Абдул Рахман Хан встретился с лидерами семи ведущих афганских оппозиционных партий и организаций. Он поставил им условие, что если оппозиционные организации не объединятся для борьбы с Кабулом, то пакистанское правительство будет вынуждено пойти на признание правительства Афганистана. Лидеры афганских оппозиционных партий и организаций, опасаясь потерять покровителей, в очередной раз пообещали в ближайшее время создать руководящий совет альянса. Однако перспективы создания такого сплоченного эффективного союза оппозиционных сил были эфемерными. Причины – амбиции лидеров, их взаимная неприязнь, желание быть эксклюзивным партнером иностранных держав. Важное значение для стабилизации обстановки в Афганистане имело привлечение мусульманского духовенства к проводившимся в стране социальным преобразованиям. Ислам в Афганистане имеет глубокие корни и оказывает значительное влияние на образ жизни населения, прежде всего сельского. Однако афганское правительство не могло, в силу левой марксистско-ленинской риторики, и не сумело в полной мере привлечь религиозную элиту на свою сторону. Не увенчалась успехом политика привлечения на сторону правительства основной массы мусульманского духовенства. Министерство государственной безопасности Афганистана в 1986 году вело активную работу среди мусульманского духовенства. Сотрудники министерства выявляли патриотично настроенных мулл и стремились привлечь их на сторону народной власти. 12 апреля 1986 года в Кабуле состоялась конференция улемов и священнослужителей Афганистана. В ее работе участвовало более 400 человек, представители духовенства различных провинций страны, присутствовали делегации 10 исламских стран. Конференция приняла обращение к мусульманам Афганистана с призывом в поддержку усилий НДПА и афганского правительства по стабилизации ситуации в стране. С позиции ислама и шариата были обоснованы необходимость и закономерность происходивших в жизни мусульманского народа Афганистана преобразований и перемен. Выражена солидарность со справедливой борьбой братьев по вере и крови, свободных пуштунских племен, против агрессии режима Зия-уль-Хака. Разоблачено иностранное вмешательство во внутренние дела суверенного демократического Афганистана. Документы содержали также призыв к прекращению кровопролития и братоубийственной войны между мусульманами во всем мире, продолжению усилий ООН в деле прекращения необъявленной войны против Афганистана, достижению политического урегулирования ситуации. Высший совет улемов Афганистана выступал в поддержку решений пленумов ЦК НДПА. Определенную пропаганду идей народовластия вело и Министерство по делам ислама и вакуфов. Вместе с тем, партийные и государственные органы уделяли мало внимания работе с духовными авторитетами. Значительная часть духовенства не понимала и не принимала политику партии. Негативное влияние на положение среди мусульманского духовенства оказывала нездоровая обстановка в руководстве Министерства по делам ислама и вакуфов. В частности, явно провокационные высказывания министра Абдулла Вали Хаджата. Все это негативно влияло на обстановку в стране.
и ставила под сомнение возможность сотрудничества мусульманского духовенства с правительством. Вооруженная оппозиция же, напротив, весьма активно и успешно использовала ислам и мусульманское духовенство для борьбы с прокоммунистическим правительством Афганистана. Основным тезисом пропаганды была защита ислама. Руководство вооруженной борьбой с режимом НДПА вели оппозиционные партии и организации, именовавшиеся исламскими. Исламская партия Афганистана, Исламское общество Афганистана, Национальный исламский фронт Афганистана, Движение исламской революции Афганистана и так далее. Мусульманское духовенство активно поддерживало афганскую оппозицию. Более 1300 религиозных деятелей находилось в вооруженных отрядах оппозиции. Из них примерно 400 человек были полевыми командирами, около 300 человек исполняли обязанности судей, а 34 религиозных деятеля возглавляли исламские комитеты. Исламские комитеты вооруженной афганской оппозиции настойчиво добивались своего представительства в организации «Исламская конференция», рассматривая это как первый шаг на пути признания другими международными организациями. Итак, боевые действия афганской армии и советских войск ожидаемого успеха не имели. Опыт ведения боевых действий в Афганистане усиливал осознание того, что военные мероприятия не помогут в решении политических, социально-экономических задач развития страны, в укреплении позиции центральной власти в регионах. Ситуация в стране развивалась по весьма проблемному для СССР сценарию. Советские вооруженные силы при поддержке афганских правительственных войск не могли выиграть войну, не могли ее остановить и не могли уйти без существенных репутационных потерь. Результатом этой игры с ненулевой суммой становился проигрыш обеих сторон. Конфликт по-прежнему сохранял остроту и был далек от разрешения по двум основным причинам. Первая причина – неспособность афганских властей кардинально повысить боеготовность собственных вооруженных сил, запустить политический процесс нормализации обстановки. Вторая – консолидация оппозиционного движения, связанная с ростом поддержки оппозиционных сил среди населения и наращиванием военной политико-идеологической помощи оппозиции со стороны иностранных государств. Неприятие режима Бабрака Кармаля из Советского Союза значительной частью афганского общества проистекало из разных обстоятельств. Выдвинутая еще в 1980 году афганским лидером программа социальных преобразований в стране во многом оказалась невыполнимой. Борьба группировок «Хальк» и «Парчам» внутри НДПА, сопровождавшаяся коррупционными скандалами, безответственным поведением государственных служащих, стала нормой политической жизни Афганистана. Не имея надежной опоры среди населения, лидеры афганского правительства делали ставку на национальную армию, правоохранительные органы и специальные службы. Однако курс на силовое решение вопроса не приносил желаемых результатов. Из-за недостаточной укомплектованности частей и подразделений афганской армии, низкой боеспособности и морально-политического состояния личного состава, они не могли самостоятельно и эффективно вести боевые действия. Подмена руководства афганской армии советскими военными советниками также не способствовала укреплению позиций афганских вооруженных сил. Боевые действия планировались по инициативе советской стороны, что было принципиально неверно, так как в этом случае виновниками всех бед афганцев автоматически становилась советская сторона. Этого же мнения придерживалась и значительная часть должностных лиц Афганистана, многие из которых охотно перекладывали груз ответственности за неудачи и потери на Советский Союз. В результате в глазах лидеров оппозиции, духовенства и верующих сам Кармаль и его окружение с каждым годом, с каждой проведенной силовой операцией все больше превращались в политические марионетки в руках неверных – кафиров. Таким же неспособным к решению ключевых вопросов афганский лидер представал и в глазах советской элиты,
В экспертных докладах, аналитических записках все чаще встречались мнения о необходимости поиска другой фигуры, способной стать полноправным политическим партнером Москвы. В результате, по настоянию Кремля и после длительных его уговоров, в мае 1986 года Бабрак Кармаль ушел в отставку с официальной формулировкой «по состоянию здоровья». Генеральным секретарем ЦК НДПА стал Наджибулла, возглавлявший ранее афганскую разведку и контрразведку. Новый лидер находился в чрезвычайно сложной ситуации, когда доверие людей ко всему и ко всем было практически потеряно. Крестьяне устали от войны, ненавидят оппозицию, но и не питают доверия к афганскому правительству. Оно не может защитить его от вооруженных отрядов оппозиции и фактически пока еще ничего для крестьянства не сделало, отмечал он. Наджибулла публично заявлял: «В Афганистане не созрели условия для выдвижения лозунгов построения социалистического общества. Большинство населения просто не примет их». Но Наджибулла, как и его предшественник, постоянно подчеркивал неоценимое значение советской помощи как для него лично, так и для страны. То, что Афганистан оставался улицей с односторонним движением, и Советский Союз не планировал ослаблять силу своего влияния на афганскую ситуацию, демонстрировали регулярные советско-афганские встречи на высшем уровне. Уже через несколько дней после назначения с Наджибуллой встретился начальник советской внешней разведки Владимир Крючков, тогда заместитель председателя КГБ СССР. Администрация Рейгана превратила деятельность афганской оппозиции в краеугольный камень своей политики на Среднем Востоке, важную часть своей глобальной стратегии соперничества с СССР. Директива национальной безопасности номер 166, SDD-166, подписанная президентом США в апреле 1986 года, призывала отбросить советские войска любыми имеющимися средствами. Официальная дипломатическая формулировка позиции штатов заключалась в том, чтобы исключить возможность быстрого вывода советских войск. Вашингтон хотел, чтобы Москва заплатила более высокую цену за свою интервенцию в Афганистане. Плохо было то, что Соединенные Штаты Америки развернули строительство учебных центров вдоль границы с Пакистаном. И тот, кто окончал этот учебный центр, направлялся в Афганистан для борьбы с нашими войсками. Президент США Рональд Рейган, камуфлируя стратегические интересы США в привычную оболочку борьбы за демократические свободы во всем мире, заявлял: «Сегодня советские войска в Афганистане насчитывают около 120 тысяч человек. И перед лицом этого жестокого натиска афганский народ по-прежнему отказывается сдаться. Это, несомненно, чудо. Друзья мои, я хочу попросить вас помочь, чтобы те, кто борется в Афганистане, получили от нас эффективную поддержку. Безусловно, борьба в Афганистане имеет большое стратегическое военное значение. Но самая важная битва связана не с оружием, а с человеческим духом, стремлением быть свободным и обязанностью помогать угнетенным. Когда мы поддерживаем афганский народ, нас захватывает и облагораживает его борьба за свободу. Разве это не то, что всегда есть в Америке? За что она всегда стояла и за что мы должны стоять в 1986 году и далее?» Соединенные Штаты Америки не ослабляли, а наоборот наращивали оказание помощи афганской оппозиции. Если в 1984 году Вашингтон выделил Афганистану $140 миллионов, то в 1985 году эта сумма увеличилась вдвое. А в 1986 году Белый дом направил афганской оппозиции $470 миллионов. В Конгрессе США был создан специальный комитет по контролю за оказанием помощи афганской оппозиции.
финансовую и военную помощь афганской оппозиции также оказывали Китай, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет. Наиболее активно действовали в Афганистане резидентуры ЦРУ США и секретные разведывательные службы МИД Великобритании СИС МИ-6. Военная разведка США в Кабуле была представлена Аташатом, сотрудники которого с легальных позиций вели сбор разведывательной информации о войсках 40-й армии. Наиболее распространенными методами сбора информации иностранными спецслужбами были анализ открытых источников информации, опрос афганских граждан, в том числе военнослужащих афганской армии, МВД, представителей оппозиции, выведывание данных в процессе личных контактов с советскими и афганскими военнослужащими, визуальное наблюдение в ходе поездок по Кабулу вблизи военных объектов, фотографирование. Специальные службы Пакистана тесно взаимодействовали с ЦРУ США и активно работали в приграничных с Афганистаном районах, где находилось более 120 лагерей афганских беженцев и центров подготовки членов вооруженных формирований афганской оппозиции. Иран, на территории которого существовало 20 лагерей подготовки оппозиционеров, Тегеран, Мешхед, Заболь, Захидан, Исфахан, также проявлял активность в борьбе с НДПА. Практически все лагеря для беженцев и центры подготовки боевиков использовались иностранными спецслужбами в своих интересах. Представители разведок иностранных государств Кабуле регулярно проводили координационные совещания, на которых рассматривались вопросы внутриполитического, экономического и военного положения в Афганистане. Проводился обмен информацией, вырабатывались планы совместных действий. Военное противостояние сторон поддерживалось различными видами идеологического противодействия. Содержательно оно выражалось в двух типах пропаганды – общего антисоветского содержания и представлением СССР как врага ислама и всех мусульман, поддержки националистических антирусских настроений. Афганская оппозиция использовала различные формы ведения пропаганды и антисоветского, и происламского содержания. Распространяла цветные открытки с изображением своих бойцов на фоне подбитой советской техники, фотографии комсомольских билетов и групповые фотографии советских военнослужащих, картины убийства советскими военнослужащими женщин, стариков, детей. Одним из основных направлений антиправительственной пропаганды была идея защиты ислама, обвинение режима НДПА в безбожии, в воинствующем атеизме. Под предлогом защиты ислама иностранные государства и вооруженные отряды оппозиции вели активную пропагандистскую деятельность. В адрес советских военнослужащих в Афганистане высылались почтовые отправления, в которых содержались рисунки для спичечных коробков, различные плакаты, вырезки из журналов, Коран и суры, молитвы небольших размеров, открытки с изображением так называемых «святых». Антисоветские организации «Народно-трудовой союз» НТС и организации украинских националистов АУН направляли в Афганистан свои печатные издания, которые оценивались советскими экспертами как политически вредные материалы. В 1984-1985 годах было изъято более 606 тысяч экземпляров листовок. Широко распространена была и устная пропаганда. Тиражировались речи исламских комитетов и командиров. Практиковались рассылка литературы в адрес военнослужащих, имевших родственные и иные связи за границей, нелегальный ввоз религиозной литературы. Зарубежные радиостанции «Голос Америки», «BBC», «Голос Израиля», «Немецкая волна», «Голос друга», «Радио Пакистана», «Голос Ирана», «Голос Исламской Республики Иран», радиостанция «Мешхед», «Голос свободного Афганистана», расположенные в Пакистане и Иране, были реальным каналом проникновения чуждой идеологии, так как передачи велись на языках фарси, пушту, дари и были понятны советским военнослужащим, призванным из среднеазиатских мусульманских республик. Объем иностранного радиовещания на Афганистан и личный состав 40-й армии
постоянно увеличивался и в середине 1980-х годов составлял в среднем 65-70 часов в сутки. В радиопередачах иностранных государств делался упор на разжигание националистических настроений среди военнослужащих. Велась религиозная и антисоветская пропаганда. Активизировалась и китайская антисоветская пропаганда. Китайские мусульманские лидеры также оказывали поддержку исламской оппозиции в Афганистане. Был использован оригинальный пропагандистский ход. Было заявлено, что Китай является лучшим другом ислама, а ислам – национальная китайская религия, в кавычках, конечно. Половина китайских мусульман – это этнические китайцы. В отличие от русских, для которых религия пророка является враждебным, чужеродным телом. Не могли не влиять на моральное состояние советских войск тупиковость ситуации и отсутствие ясных целей пребывания на афганской земле. Контрразведка фиксировала распространение в войсках 40-й армии самиздатовских стихов и песен так называемого «политически ущербного содержания». В подобных произведениях поэма «Теркин в Афганистане», сказка про Ивана из Афганистана, «Кто виноват?», «Лица желтые» и прочие. Негативно оценивались условия жизни военнослужащих в Афганистане. Ставилась под сомнение необходимость их пребывания на афганской земле. Осуждались людские потери. В письмах в СССР родным, близким, знакомым военнослужащие писали о своем непонимании причин нахождения советских войск в Афганистане, о нежелании служить. В 15% отобранных почтовых отправлений солдаты, сообщая о смерти своих однополчан, прямо ставили вопрос, зачем в Афганистане находятся советские войска. Афганцы писали домой об убитых и раненых, о подробностях боевых действий, о нападении вооруженных отрядов оппозиции на советские подразделения. Внимание заострялось на ухудшении обстановки, отсутствии результатов боевых действий, враждебном отношении местных жителей к советским военнослужащим. В отдельных письмах указывалось на появление у военнослужащих садистских чувств, на разлагающее действие окружающей обстановки. Советский Союз не оставался в стороне от контрпропаганды. В идеологической борьбе были задействованы антиимпериалистические и исламские мотивы. В январе-марте 1985 года по каналам ТАСС и АПН были переданы на Запад статьи «Преступные акции Вашингтона по разоблачению планов и замыслов специальных служб противника в Афганистане», «Грязные вымыслы Вельт», по разоблачению клеветнических измышлений органов печати ряда стран о действиях советских военнослужащих в Афганистане. По внешнеполитическим каналам на Западе и в ряде стран азиатского региона распространялись так называемые «открытые письма», возвратившихся из-за границы бывших военнослужащих 40-й армии с демонстрацией их жизни в домашней обстановке и на работе. Опасения растущей происламской пропаганды и потенциального подъема антироссийских настроений в национальных республиках Средней Азии толкали советских лидеров на использование в своих пропагандистских усилиях религиозной составляющей. В составе частей 40-й армии были созданы боевые агитационно-пропагандистские отряды, которые вели пропаганду среди местного населения. Действия советской стороны носили амбивалентный характер. С одной стороны, особенно в начале 1980-х годов, ответом советской стороны на активизацию происламской пропаганды стал новый виток антирелигиозной пропаганды. За период с 1980 по 1982 год количество антирелигиозной литературы, издаваемой в СССР, выросло со 154 до 195 наименований. Книги, раскрывающие антисоциальную и антисоциалистическую природу Корана, пагубное влияние реакционных исламских обычаев и суфийских практик, составляли порядка 22% этих изданий. В
Вполне объяснимо, что основным объектом подобной пропаганды становились республики Средней Азии, в особенности Казахстан, Киргизия, Туркмения, которые сохраняли культурные элементы, принадлежавшие традиционной социально-кланово-племенной структуре. В этот же период вышел из тени, находившийся ранее под негласным запретом, сюжет борьбы с басмаческим движением в 1920-е годы в Средней Азии. Появившиеся научные, публицистические работы демонстрировали исторический прецедент победы советских войск над подрывными элементами и возможность его успешного повторения. С другой стороны, в середине 1980-х годов СССР стал демонстрировать заинтересованность в привлечении мусульманской элиты страны к просоветской пропагандистской работе внутри страны и за рубежом. Советское правительство стремилось поддержать имидж своей страны, где свободно живется верующим мусульманам, и таким путем усилить влияние СССР на авторитетные исламские круги развивающихся стран. Одновременно Москва стремилась не допустить, чтобы США, Саудовская Аравия и Пакистан сформировали в рамках движения неприсоединения прозападную группировку мусульманских государств. МИД и КГБ СССР внимательно следили за развивающимся соперничеством между Ливией, Ираном и Саудовской Аравией в борьбе за влияние на мусульманские страны и старались использовать его в интересах Советского Союза. Совет по делам религии при Совете министров СССР расширял контакты с влиятельными политическими и религиозными деятелями мусульманского мира. Пытался воздействовать на них, разъясняя вопросы борьбы за мир, разоружение, предотвращение угрозы ядерной войны, советской внешней политики. В Москве, Ленинграде, Казани и Ташкенте принимались зарубежные делегации мусульман. Организовывались поездки советских мусульман за границу. Советские СМИ освещали пребывание в стране мусульманских делегаций. Главам делегаций передавались короткометражные фильмы об их визитах в Союз, о благополучной жизни советских мусульман. Пропагандистский характер носила и состоявшаяся в октябре 1986 года в городе Баку конференция «Мусульмане в борьбе за мир». В ней приняли участие более 200 религиозных лидеров иностранных государств, а также патриотически настроенное афганское духовенство. Их задачей была вести аргументированную полемику с представителями иностранных государств о внутренней и внешней политике НДПА. Среди участников и гостей конференции распространялась пропагандистская литература. Члены афганской делегации установили контакты с религиозными авторитетами других исламских стран. Генеральная ассамблея ООН продолжала призывать к мирному урегулированию конфликта, поддерживала инициативы организации «Исламская конференция» и усилия движения неприсоединившихся стран, направленные на политическое урегулирование положения в Афганистане. В 1982 году при посредничестве личного представителя в ООН по Афганистану Диего Кордовиса был запущен процесс афгано-пакистанских переговоров в Женеве, закончившихся в 1988 году подписанием документов, вошедших в историю как «Женевские соглашения». В 1985-1986 годах состоялось два раунда женевских переговоров, на которых продолжалось нелегкое обсуждение вариантов вывода из страны советских войск, разрешения гражданского противостояния. Во время второго этапа седьмого раунда афгано-пакистанских переговоров в Женеве летом 1986 года под давлением пакистанской стороны советская сторона предложила сократить сроки вывода советских войск из Афганистана до 2 лет, но при условии, что будет прекращено вмешательство в его внутренние дела. Невозможность силового разрешения афганского конфликта в этот период для советской стороны становилась все более и более очевидной. Сбывался худший прогноз Бжезинского. СССР получил свой собственный Вьетнам. С
Советская политическая элита в кулуарах, на заседаниях Политбюро откровенно говорила о провале афганской политики. Меня вызвали в Политбюро, и я беседовал с Романовым. Он меня задал вопрос, когда мы победим. Я сказал ему, что этим численным составом, который есть в Афганистане, мы победу не одержим. Я сказал, если мы не поставим личный состав, чтобы закрыть границу с Пакистаном, то надо выводить войска с Афганистана. Он говорит, так что это поражение. Я говорю, это не поражение, просто уход, но уходить надо. С населением воевать нельзя. Михаил Сергеевич Горбачев сказал, в Афганистане мы воюем уже 6 лет. Если не менять подходов, то будем воевать еще 20-30 лет. Это бросало бы тень на наши способности воздействовать на развитие событий. Мы что, будем бесконечно воевать, расписываясь в том, что наши войска не смогут справиться с ситуацией? Нам нужно завершение этого процесса в ближайшее время. Ему вторил бывший министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко. Сегодня надо четко сказать, что стратегическая задача заключается в том, чтобы вести дело к окончанию войны. Приведу одну цитату, с чем это было связано. Потому что уже считали, что невозможно решить проблему только военным путем. И вот Сергей Федорович Ахрамеев, маршал, начальник генерального штаба, тогда сказал, мы проиграли борьбу за афганский народ, правительство поддерживает меньшинство народа. Наша армия воевала 6 лет, она и сейчас в состоянии удержать обстановку на том уровне, который существует. Но в тех условиях война будет продолжаться долго. 28 июля 1986 года во Владивостоке Михаил Сергеевич Горбачев заявил о поэтапном выводе советских войск из Афганистана. Первый шаг – вывод 6 полков из состава 40-й армии в октябре 1986 года. Накануне, 10 июля, эксперты МИД, Минобороны и КГБ СССР подготовили предложение в ЦК КПСС по этому вопросу. По их мнению, данное решение подтвердило бы серьезность советских намерений о политическом урегулировании конфликта, повысило бы ответственность афганского руководства за положение дел в стране. Эксперты предлагали объявить о выводе из Афганистана 6 полков, 8 тысяч советских военнослужащих со штатной техникой и вооружением. Фактически предлагалось вывести 4 штатных полка – танковый, 3 зенитно-ракетных, артиллерийских, а также 2 мотострелковых полка, сформированных из мотострелковых, танковых и строительных батальонов. 15 октября 1986 года место постоянной дислокации в Шенданте покинул 24-й танковый полк. Через 2 дня из Кундуза выехал 149-й мотострелковый полк. Всего в период с 15 по 31 октября из Афганистана было выведено 6 полков. Большинство из них не принимало сколько-нибудь заметного участия в боевых действиях, а ограничивалось лишь вспомогательными функциями и охраной своих пунктов дислокации. Данное решение советской политической элиты получило неоднозначную оценку и имело разноплановые последствия. С одной стороны, это был политический сигнал готовности советской стороны к выводу войск, передаче контроля над территориями афганским вооруженным силам. Сигнал, посланный прежде всего мировому сообществу и афганской элите, отчасти был услышан. В декабре 1986 года состоялся чрезвычайный пленум ЦК НДПА, который принял новую установку на национальное примирение и прекращение братоубийственной войны, решение проблемы политическими методами. Противники Москвы, в частности Пекин, утверждали, что Советский Союз в 1986 году
не собирается выводить свои войска из Афганистана. И эта акция носит пропагандистский характер и не может существенно повлиять на военно-политическую обстановку в стране. Китайская сторона убеждала мировую общественность в том, что Советский Союз не планирует выводить войска из Афганистана. Вашингтон же стремился сохранить там напряженную обстановку, так как это отвлекало СССР от других региональных сюжетов и конфликтов. Весьма тонкая грань пролегала между заявлениями о поддержке собственных афганских сил и военным вмешательством. Как говорилось в официальных советских документах, в целях оказания помощи Совету обороны Афганистана по военным вопросам в декабре 1986 года решением ЦК КПСС в Афганистан была направлена оперативная группа МО СССР под руководством генерала армии Валентина Ивановича Вареникова. Перед оперативной группой были поставлены задачи принять меры по повышению боеспособности вооруженных сил Афганистана, координировать организацию и ведение боевых действий 40-й армии и афганской армии, а также оперативных частей МГБ и МВД Афганистана. Разработать и осуществить мероприятия по обеспечению вывода советских войск из Афганистана. По-своему трактовали вывод шести полков лидеры оппозиции. В августе 1986 года на совещаниях афганских оппозиционных партий говорилось об активизации боевых действий против советских войск. Цель – формирование у мировой общественности мнения о том, что уход советских войск есть результат успешной борьбы оппозиционных сил. Этот период во многом стал переломным для судьбы советской афганской кампании. Советская политическая элита в условиях постепенного движения к демократизации собственного режима, изменения глобальной экономической конъюнктуры и единодушного понимания безрезультатности военного давления на афганскую оппозицию вызревала к тому, чтобы дать старт выводу войск. Способности СССР противостоять в регионе массированным финансовым и военно-техническим вливаниям США были весьма ограниченными. Пробный вывод шести полков во многом имел пропагандистский характер. Вместе с тем он пунктиром обозначил курс СССР на поддержку Женевских соглашений. В развернувшейся пропагандистской кампании советская сторона, афганская оппозиция, западные державы активно использовали исламский фактор. Постоянно разогревая эту тему в региональном и в глобальном масштабе, они подчеркивали радикально-политически разрушительный потенциал этой темы. 1 января 1987 года Наджибулла выступил на чрезвычайном расширенном партийном пленуме с докладом о задачах НДПА по осуществлению политики национального примирения. Предложенная руководством страны политика урегулирования конфликта заключалась в следующем. Прекращение огня с 15 января 1987 года на 6 месяцев и возвращение воинских подразделений в места их постоянной дислокации. Объявление амнистии, создание в провинциях комиссий по национальному примирению, готовность поделиться властью с другими политическими силами, включая исламскую оппозицию. Объявление о введении многопартийной системы при условии, что партии, желающие войти в коалицию, признают политику национального примирения. Все это подготовило почву для изменения расклада военно-политических сил в регионе и открывало новую страницу пребывания советских войск в Афганистане.
Итоговый этап войны фактически не прекратил гражданское противостояние в Афганистане, а привел к существенному изменению контуров мировой геополитики, зарождению нового миропорядка. Выводу войск предшествовала более чем двухгодичная подготовительная работа обеих сторон. С начала 1987 года Наджибулла стал последовательно реализовывать политику национального примирения, эффективность которой, по мнению зарубежных игроков, была связана с окончанием срока присутствия в Афганистане советской армии. Тем не менее, 1987 и 1988 годы ознаменовались продолжением боевых действий, и лишь начало 1989 можно назвать фактической датой прекращения серьезных военных столкновений между советской армией и войсками оппозиции. К моменту вывода войск в апреле 1989 года на территории Афганистана находилось внушительное количество советских военных и боевой техники. В 556 соединениях и частях 40-й армии находилась группировка советских войск, состоявшая из 109 308 человек личного состава. Она насчитывала 578 танков, 4160 единиц БМП, БТР и БРДМ, более 2000 орудий и минометов. Здесь продолжали нести службу почти 2000 советников, около 7000 рабочих и служащих. Сотрудники представительства и особого отдела КГБ СССР по 40-й армии противостояли представителям европейских, азиатских, американских спецслужб, находившихся под прикрытием 20 посольств, учреждений и фирм в Афганистане. ЦРУ избегало прямого контакта разведчиков. Оно не направляло своих сотрудников в поля, а действовали через посредников. Агентуру Пакистана, ФРГ, Китая, Ирана, Саудовской Аравии и других стран. В одном только Пакистане США было развернуто 9 разведывательных центров. Налажена работа международных миссий под эгидой ООН, многие из которых были связаны с ЦРУ. Советники также снабжали военные подразделения необходимыми разведданными, производили поисково-разведывательные действия в зонах ответственности соединений и частей, а также в приграничной полосе. Основной формой военного присутствия оставались совместные боевые действия советских и афганских войск против оппозиции, исламских комитетов. Ставка также делалась на поддержку самостоятельных боевых действий афганской армии, охрану коммуникаций и обеспечение безопасности движущихся колонн и важных объектов инфраструктуры. Поэтому вряд ли справедливыми являются заявления современных афганских политиков, стремящихся возложить всю ответственность за разрушенные коммуникации на советские войска. Напротив, советская армия была заинтересована в сохранении и развитии местных дорожных коммуникаций, промышленных предприятий и объектов энергетики. В 1950-е-1970-е годы советскими инженерами и строителями были построены 3 аэродрома в Кабуле, Баграме и Шинданде, сеть автодорог, в том числе тоннель Саланг, ирригационные системы и речной порт, домостроительный комбинат и 2 микрорайона в Кабуле, а также заводы и образовательные учреждения. В 1987 году войска 40-й армии провели 19 совместных боевых операций. Подразделениями специального назначения провели несколько тысяч засад, перехватов и уничтожений караванов с оружием. С 1984 года принято было решение действовать разведподразделениями на караванных путях. Это был один из самых тяжелых путей. Тогда активно использовали разведподразделения, перекрывали каналы поставки оружия. Тлени в основном на территории Пакистана, в меньшей степени из Ирана. Потому что Иран, кстати, ну, недружественно, будем сказать, Америке государство. Но они тоже там в этой ситуации присутствовали. Шииты в основном, кстати, хазарейцы на западе.
из Пакистана. Эти караванные пути, там, и в связи с рельефом местности, они проходили по определенным участкам. И подразделения, разведподразделения 40-й армии, там, кстати, бригады спецназа, роты спецназа, значит, ГРУ я имею в виду, и армейские разведка, они вот перекрывали эти караванные пути. И мы друг друга меняли на этих караванных путях. В результате были уничтожены 24 874 представителя вооруженных отрядов оппозиции, 644 взяты в плен. Боевые и прочие потери советских войск составили 1218 человек. По итогам операции 20 тысяч военнослужащих были награждены орденами и медалями. В марте 1988 года проводились локальные операции в провинциях Бадгис, Балх, Джоузджан и Фарьяб. 4 апреля 1988 года началась операция «Барьер-4» в провинциях Кабул, Нангархар, Кандагар, Газни, Пактия и Герат. В конце апреля 1988 года советские части и подразделения продолжали военные операции по поддержке афганской армии в провинциях Гельмент и Пактия, частные операции в провинции Кандагар. Советские войска оказывали поддержку афганским войскам, ведущим боевые действия в провинциях Гельмент, Газни и Пактика. Подразделения афганской армии вели боевые действия в зеленой зоне Герата. 23 января 1989 года силами советских частей при поддержке авиации были разгромлены силы оппозиции в районе перевала Саланг и устья реки Паншер. В результате боевых действий значительные потери понесли не только вооруженные отряды оппозиции, но и мирное население, число жертв которого за два дня операции составило около 3000 человек. По свидетельству очевидцев, вблизи трассы через перевал Саланг лежало не менее сотни трупов женщин, детей и стариков. Были полностью разрушены кишлаки, что вызвало очередную волну скрытого возмущения и непонимания в рядах советских солдат. Приказ на проведение этой акции отдал настоящий враг, который не думает о находящихся здесь людях. Это преступление против народа. Не пойму, чем провинились женщины, старики и дети. Неужели мы здесь для того, чтобы расстреливать мирное население? Писали в своих письмах на родину советские военнослужащие. Случайные жертвы не беспокоили лидеров афганской оппозиции, готовых отстаивать свои интересы любой ценой. Исламская партия Афганистана, лидер Гульбеддин Хикматияр. Исламское общество Афганистана, Бурхануддин Рабани. Исламский союз освобождения Афганистана, Абдул Расул Саяф. Исламская партия Афганистана, Юнус Халес. Все они категорически отвергали любые предложения по мирному урегулированию, не были готовы к компромиссам и переговорам с афганским правительством НДПА, настаивали на создании временного или переходного правительства Афганистана. Более гибкими были представители умеренной оппозиции. Национальный исламский фронт Афганистана, Пир Саид Ахмед Гилани, движение Исламской революции Афганистана, Мухаммад Наби, Национальный фронт спасения Афганистана, Сигбатулла Маджидади. При всем разнообразии подходов и всех внутренних противоречиях, афганская оппозиция, опирающаяся на идею превосходства ислама и государства, построенного по шариатским законам, представляла собой внушительную силу, способную противостоять официальному Кабулу. По данным советской военной разведки, в Афганистане в 1988 году действовало более 4000 отрядов и групп общей численностью 138 590 человек. Из них 2026 отрядов, в которых состояло порядка 70 тысяч человек, отличались особой активностью. По состоянию на январь 1988 года более 3000 вооруженных отрядов и групп афганской оппозиции, выходцев из кишлаков общей численностью порядка 117 тысяч человек,
хотя и воздерживались от антиправительственной деятельности, но не поддерживали процесс мирного урегулирования в стране. Наиболее организованная, сильная и непримиримо настроенная часть афганской оппозиции, ее ядро численностью свыше 55 тысяч человек, не только не приняла политики национального примирения, но и, опираясь на возрастающую помощь со стороны западных держав во главе с США и региональных лидеров исламского мира, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия, заметно активизировала антиправительственную деятельность в основных районах. Вооруженные отряды и группы оппозиции уклонялись от открытых столкновений с войсками, создавали запасы оружия, боеприпасов и материальных средств, атаковали посты безопасности афганских вооруженных сил и населенные пункты. Усилились попытки вооруженных отрядов дестабилизировать обстановку в провинции Кабул. Объявленный Наджибулой в январе 1987 года курс на политику национального примирения во многом оставался декларативным. Подводя годичные итоги реализации этого курса, наблюдатели отмечали его слабую укорененность в среде высшего руководства. Настроения неуверенности на грани с пораженчеством распространялись сверху вниз, создавали атмосферу апатии и бездеятельности. Главной причиной медленной реализации политики национального примирения в Афганистане стало то, что представители НДПА на различных уровнях не имели четкого представления, что нужно делать и как это нужно делать. В январе 1988 года в приграничных районах Пакистана и Ирана и контролировавшихся оппозицией областях Афганистана было распространено около 10 тысяч листовок с призывами вступить в переговоры. Полевым командирам направлено 125 гарантийных писем с предложением прекратить борьбу и начать мирный диалог с госорганами. Однако партийные функционеры на местах были уверены, что оппозиционеры резво откликнутся на призывы Кабула и добровольно сложат оружие, потому находились в ожидании и не инициировали контакты с вооруженной оппозицией, пытались диктовать оппонентам неприемлемые условия. К началу 1988 года сложилась крайне неблагоприятная обстановка в руководстве Министерства обороны Афганистана. Между министром обороны и его заместителями отсутствовало взаимопонимание, что объяснялось разногласиями, нездоровым морально-психологическим климатом. Как следствие, руководители министерства не могли принимать согласованные и эффективные решения. Та обстановка, которая нас окружала, она заставляла быть бдительным и осторожным, быть бдительным и очень внимательным, быть бдительным и очень чутким к местному населению, быть бдительным и внимательным к вооруженным силам Афганистана. Министерству обороны никак не удавалось довести численность афганской армии до 200 тысяч человек. План 1988 года. Всех, кого удавалось призвать в армию методом отлова, съедало неуменьшающееся дезертирство. Только в 1987 году из вооруженных сил Афганистана бежало более 26 тысяч военнослужащих. Укомплектованность личного состава частей и соединений в среднем не превышала 60%. В ряде боевых соединений 25-30%. С подачи Москвы Наджибулла попытался отказаться от жесткой антирелигиозной риторики, подключить к политике примирения исламское духовенство, задействовать элементы происламской пропаганды. 13 марта 1988 года состоялось первое организационное заседание Исламского консультативного совета при президенте Афганистана, на котором были рассмотрены вопросы о повышении роли исламского фактора в деле стабилизации внутриполитической обстановки. Обсуждалось более активное участие мусульманского духовенства в разъяснении задач политики примирения и вовлечения в нее населения. Тогда же было объявлено о решении правительства открыть исламский университет на базе шариатского факультета Кабульского университета и Центра исламских научных исследований. Подобные шаги были важными,
но, очевидно, запоздалыми и недостаточными. Машина исламской радикальной пропаганды, запущенная противниками официального Кабула в момент зарождения гражданского конфликта, работала исправно и не снижала обороты. Листовки, литература, радиопропаганда, направленные в первую очередь на советские республики и советских солдат, выходцев из Средней Азии. Все было задействовано для деморализации 40-й армии и радикализации общественных настроений в среднеазиатских республиках. Итоги политики национального примирения оказались неутешительными. В 1988 году правительство контролировало чуть более 20% территории страны. Из 4,5 миллиона беженцев вернулось лишь 60 тысяч человек. Анализ внутриполитического положения в Афганистане показывал, что в намеченные сроки и на условиях, выдвигавшихся правительством страны, реализовать политику национального примирения было невозможно. Отсутствие реальных успехов в осуществлении этого курса, в том числе с привлечением исламской риторики, продолжавшийся раскол НДПА, непрекращающаяся поддержка оппозиции третьими странами отрицательно сказывались на состоянии вооруженных сил Афганистана, вносили свои коррективы в переговорный процесс в Женеве и рождали сомнения в способности афганской стороны самостоятельно погасить гражданский конфликт. Вместе с тем, вывод советских войск обозначался всеми зарубежными сторонниками оппозиции и Пакистаном как необходимый элемент урегулирования афганской проблемы. Под давлением резко изменившейся внутри- и внешнеполитической повестки СССР садится за стол переговоров в Женеве. Начатые в 1982 году афгано-пакистанские переговоры на уровне министров иностранных дел Афганистана и Пакистана при посредничестве ООН в начале 1988 года вступили в свою завершающую фазу. Поездка министра иностранных дел СССР Эдуарда Амросевича Шеварнадзе в первой половине января 1988 года в Кабул и одновременное пребывание заместителя госсекретаря США Майкла Армакоста в Пакистане послужили еще одним шагом к примирению сторон. Стоявшие за спиной Афганистана и Пакистана сверхдержавы подталкивали конфликтующие стороны к сближению позиций. Многие афганцы, члены НДПА, служащие, предприниматели и торговцы, представители интеллигенции высказывали серьезные опасения по поводу того, что правительство Наджибуллы не сумеет удержаться у власти из-за внутрипартийных разногласий, отсутствия широкой социальной базы и поддержки населения. В этой связи высказывались предположения повременить с выводом советских войск или же отправлять их на родину поэтапно, в зависимости от развития внутриполитической ситуации. Значительная часть афганцев возлагала надежды на возвращение из эмиграции Захир-Шаха, бывшего в 1933-1973 годах королем Афганистана и его сторонников, полагая, что они могут сыграть конструктивную роль в нормализации обстановки в стране. Сам Наджибулла был настроен более оптимистично. Он считал, что после вывода советских войск нужно продержаться 2-3 месяца. После этого оппозиция выдохнется, так как лишится антисоветизма как объединяющего фактора. Разведцентр ГРУ Генштаба Вооруженных сил СССР, дислоцировавшийся в Афганистане, предполагал, что с началом вывода советских войск из страны основная борьба развернется между НДПА, Альянсом 7, образованным крупными партиями афганцев-шиитов, полевыми командирами формирований и влиятельными представителями из окружения бывшего короля Захир-Шаха, поддерживавшегося умеренными группами из Альянса 7. По мнению Наджибуллы, были возможны два основных варианта. Первый – это тяжелые широкомасштабные бои с вооруженными отрядами оппозиции. Второй – более благоприятный, когда вопросы будут решаться не только военным путем, но и путем различных комбинаций, компромиссов, переговоров с использованием клановых, национальных, земляческих отношений. При любом варианте Наджибулла рассчитывал на то, что Афганистану будет оказываться в необходимых размерах экономическая и военная помощь.
Он был заинтересован в том, чтобы продолжала оказываться и советническая помощь, особенно по линии Министерства обороны МВД и КГБ СССР. Советская сторона стремилась, чтобы афганцы шли своим путем, окончательно избавились от иждивенческих настроений, сами принимали решения. Главным было не допустить крупных политических ошибок, которые могли бы повернуть развитие событий в невыгодное для СССР русло. Несмотря на эти и подобные колебания советской и афганской стороны, 14 апреля 1988 года соглашения были подписаны, и их следовало выполнять. Соглашения не были признаны главными фигурантами противостояния, лидерами оппозиции, которая фактически могла праздновать первую победу. Войска СССР должны были покинуть афганскую землю. Эксперты всех сторон, вовлеченных в афганскую драму, сходились в одном. После вывода советских войск гражданское противостояние, разросшееся до масштабов глобального конфликта, не закончится. В конце апреля 1988 года афганскими спецслужбами был принят комплексный план мероприятий по содействию реализации Женевских соглашений и в связи с выводом советских войск из страны. Согласно этому документу, соглашения являлись успехом афганской дипломатии и результатом личных усилий президента Наджибулы по претворению в жизнь политики национального примирения. Они одобрены во всем мире, отвечают национальным интересам Афганистана и Пакистана, служат эффективным инструментом урегулирования обстановки и, по существу, являются первым положительным опытом решения мировым сообществом региональных конфликтов политическими средствами. Афганистан и СССР на деле доказали готовность строго следовать достигнутым в Женеве соглашениям. В случае, если Пакистан и США будут выполнять взятые на себя обязательства, процесс урегулирования обстановки вокруг Афганистана может быть успешно завершен. Оказав Афганистану военную помощь, Советский Союз выполнил свою интернациональную миссию, а вывод войск является свидетельством уверенности советской стороны в способности существующего режима выстоять в противоборстве с оппозицией, опираясь на собственные вооруженные силы, партийные органы и патриотически настроенные слои населения. Справедливо звучали следующие оценки, касающиеся позиции критиков официального афганского правительства. Руководители оппозиционных сил, в том числе их умеренной и экстремистской части, не обладая конструктивной программой развития страны, не смогли выдвинуть альтернативу курсу на национальное примирение. Лозунг экстремистов о том, что в Афганистане ислам в опасности, никого уже не может ввести в заблуждение, так как в Конституции закреплена норма соответствия любого закона принципам шариата. В стране активно работает консультативный исламский совет при президенте, с согласия которого решаются все государственные вопросы. По мнению официального Кабула и Москвы, новая конституция страны, принятая в 1987 году на Лое-Джирге, высшем собрании представителей племен и народностей Афганистана, обеспечила широкие возможности для формирования коалиционных органов власти. Свободные выборы в Национальный совет, когда оппозиции было предоставлено право определить своих законных представителей для избрания в высший законодательный орган страны, яркое свидетельство демократизации общественной жизни в стране, готовности афганского руководства вести работу по формированию коалиционного правительства. Все указанные меры свидетельствовали о том, что усилия афганского руководства по реализации программы национального примирения, модернизации государственной структуры и расширении диалога с оппозицией объективно отвечали интересам населения Афганистана, в том числе вооруженных группировок и их политического руководства. Диаметрально противоположные оценки происходящего высказывались аналитиками и политической элитой США, которые с большим подозрением относились к заявлениям СССР о выводе войск. Это недоверие определяло советско-американские отношения и после ухода советских солдат. Американские ястребы утверждали, что если Москве удастся удержать НДПА у власти, то чрезмерное влияние Советского Союза в регионе сохранится. А с учетом враждебного иранского фактора,
региональная стабильность по-прежнему останется под угрозой. Очевидно, что американская администрация не собиралась снижать масштабов своего скрытого присутствия в Афганистане, несмотря на выдавливание советской стороны. Более того, США предпринимали дополнительные меры по усилению и закреплению своего влияния в Афганистане. За день до подписания соглашений министр обороны США Фрэнк Карлуччи высказал мнение о том, что афганская национальная армия после вывода советских войск не сможет оказать реального сопротивления вооруженным отрядам оппозиции. Он подчеркнул, что если правительству Кабула с помощью советского вооружения удастся продлить время своего пребывания у власти, то США не прекратят поставок американского оружия маджахедам до их полной и окончательной победы. Согласно оценкам американской разведки, несмотря на массированные военные поставки и щедрую финансовую помощь со стороны русских, после вывода советских войск режим Наджибулы продержится не более полугода. США должны с максимальной выгодой для себя разыграть афганскую карту. В этой связи Соединенные Штаты планировали всячески уклоняться от заключения с Советским Союзом соглашения о взаимном прекращении военных поставок воюющим сторонам, одновременно оказывая базирующимся в Пакистане проамериканским группировкам афганской оппозиции военную и финансовую помощь. Подготовка к выводу советских войск велась полным ходом. За неделю до заключения Женевских соглашений, 7 апреля 1988 года, была подписана директива министра обороны СССР номер 312/0148 о выводе войск из Афганистана и направлена командующим Туркестанского и Среднеазиатского военных округов. В соответствии с ней, вывод советских войск должен был произойти в два этапа в течение 9 месяцев, в период с 15 мая 1988 года по 15 февраля 1989 года. На первом этапе с 15 мая по 15 августа отправлялись на родину соединения и части из большинства районов страны. Оставшиеся части обеспечивали безопасность Кабула и главной магистрали Кабул-Термез, а также части пограничных войск на севере Афганистана. Реальное перемещение советских вооруженных сил на первом этапе соответствовало графику. 15 мая 1988 года передовая колонна 15-й отдельной бригады специального назначения и других воинских частей Джалалабадского гарнизона покинули место постоянной дислокации. Советской и афганской стороне важно было превратить процесс вывода войск в торжественное мероприятие, поэтому перед началом марша в Джалалабаде состоялся митинг с участием советских войск, представителей органов власти, населения, общественных организаций, наблюдателей ООН, иностранных и советских корреспондентов. Для участия в мероприятиях по выводу советских войск из Афганистана в Кабул прибыло 110 наблюдателей ООН, в том числе 55 военнослужащих европейских стран и Канады, которые были размещены на смотровых площадках вдоль маршрутов движения советских войск. Вторая колонна из Джалалабада 18 мая 1988 года в 16 часов достигла Кабула и на следующий день вышла в Пули-Хумри. Риергардные подразделения 66-й отдельной мотострелковой бригады продолжили свое движение в Хайратон, далее в Термез. Подразделения МГБ и МВД Афганистана, части афганской армии обеспечивали безопасность и правопорядок во время прохождения советской колонны по городу. Изымались взрывчатые вещества, выявлялись лица, планирующие теракты. Общая численность находящихся в Афганистане в начале мая 1988-го советников и специалистов составляла 2027 человек. Из них сотрудников Минобороны СССР 1017, КГБ СССР 625, МВД СССР 385. В ночь на 24 мая 1988 года 239-я отдельная вертолетная эскадрилья осуществила перелет из Кундуза в город Кокайды, Узбекской ССР, оттуда
впоследствии была перебазирована в Дальневосточный военный округ. Колонна тыла ВВС готовилась к выходу в СССР на участке Тарагунди-Кушка. К 15 июня 1988 года из Афганистана было выведено 46 частей и подразделений численностью 15 743 военнослужащих. Вывезено 2118 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Из состава ВВС 40-й армии были выведены вертолетный полк, отдельная вертолетная эскадрилья, 63 вертолета, два батальона охраны и другие вспомогательные подразделения с числом военнослужащих 3121 человек. Выведенные из Афганистана части и подразделения поступили в распоряжение Туркестанского военного округа. Отбыли в Московский, Белорусский, Прикарпатский, Среднеазиатский и Дальневосточный военные округа. Боевых потерь при выводе войск удалось избежать. Однако ликвидация советских гарнизонов в восточных и юго-восточных провинциях Афганистана, особенно на первом этапе, проходила в сложных условиях. Лидеры оппозиции игнорировали условия Афгано-Пакистанского соглашения и наращивали усилия по захвату власти в стране. В Афганистан стали перебрасываться боевики и вооружение из Пакистана. В результате к июню 1988 года активное ядро оппозиции увеличилось на 6 тысяч человек и достигло, по советским оценкам, более 160 тысяч человек. Вооруженные отряды и группы постоянно получали крупные партии оружия. Вполне ожидаемо, что передислокация афганских войск вглубь страны привела к переходу под контроль оппозиции новых территорий, вызвала новый всплеск дезертирства в афганской армии, участились случаи перехода на сторону оппозиции целых частей и подразделений афганской армии с вооружением и боевой техникой. Опасаясь, что военно-политическая обстановка в Афганистане после вывода советских войск может резко ухудшиться, Наджибулла просил руководство СССР оставить в стране 10-15 тысяч советских военнослужащих под видом специалистов в афганских военных учебных центрах, в составе специальных технических групп для обеспечения работы аэродромов, эксплуатации дорог, а также для охраны экономических объектов, для поддержания нормальной военно-политической обстановки в районе Кабула. Советская сторона не согласилась с этим предложением, считая подобный шаг нарушением Женевских соглашений. Потому в процессе вывода войск была усилена помощь афганским вооруженным силам в подготовке национальных военных кадров. Теперь подготовка младших командиров и офицеров велась в учебных центрах Туркестанского военного округа. Второй этап вывода советских войск планировалось провести с середины ноября 1988 года по 15 февраля 1989 года. Однако из-за непростой военно-политической обстановки в Афганистане реально он проходил с начала января до 15 февраля 1989 года. Советские военнослужащие высказывали свое недовольство затягиванием сроков возвращения на родину. Согласно плану, вывод войск осуществлялся по трем маршрутам через пограничные пункты Кушка, Термез, Шерхан. При этом все войска, дислоцируемые западнее Кандагара, выводились через пограничный пункт Кушка, а дислоцируемые восточнее и северо-восточнее Кандагара – через Термез и Шерхан. Пограничные войска в этот период продолжали обеспечивать безопасность государственной границы с территорией Афганистана и выводились по кратчайшим маршрутам на завершающем этапе. Затем войска сосредотачивались во временных подготовленных районах, где проводились организационные мероприятия по переформированию соединений и частей. Воздушно-десантные, десантно-штурмовые войска, части спецназа и ВВС в основном сохранялись в существующей численности. Доктрина Рейгана по поддержке антимарксистских режимов в странах третьего мира – Камбодже, Никарагуа, Анголе, Афганистане – показала свою эффективность. Против нас были настроены все практически. Наш ввод
войск в Афганистан начал обсуждаться с Организацией Объединенных Наций и всеми странами. Всеми странами мы были прокляты, мол, вы захватчики, вы все делаете. Мы одно дело выполняли, оказывали интернациональную помощь, и нас обзывали всякими нехорошими словами. Одним из наиболее важных последствий афганских событий стало резкое усиление позиций политического ислама на Ближнем и Среднем Востоке. Исламская пропаганда коснулась республик Средней Азии, когда советские мусульмане вступили в контакт с афганским джихадом. На них обрушилась религиозная агитация, критика советского режима, обвинения в адрес Москвы в угнетении национальных интересов и искоренении религиозных традиций. По некоторым данным, часть салафитских активистов современного Таджикистана являлись студентами факультета востоковедения и таджикской филологии Таджикского государственного университета имени Ленина. Здесь еще в 1987 году началась агитационная работа в духе западной пропаганды со стороны лиц, служивших в Афганистане. Среди студентов распространялись националистические идеи, литература. Однако тема влияния афганской войны на активизацию национальных и радикальных исламских движений в мусульманских республиках Средней Азии остается малоизученной. Важным из самых дискутируемых современных вопросов является проблема причастности американской стороны к взращиванию радикальных исламских движений и группировок, многие из которых прошли афгано-пакистанскую школу. По мнению современных зарубежных исследователей, одной из роковых ошибок американской стороны являлся слабый контроль над вооружениями, переданными оппозиции, начиная с 1986 года, момента первой поставки ПЗРК «Стингер», вплоть до начала 90-х годов. Как мы уже отмечали, вывод советских войск в этом вопросе для США принципиально ничего не изменил. Многие специалисты также критиковали Соединенные Штаты за фактический уход из Афганистана после распада СССР. Эд Герардет, афганский журналист и эксперт, заметил: Соединенные Штаты действительно вооружали Афганистан, а потом бросили его, как горячий картофель. Отсутствие контроля над вооружениями, поставленными афганским повстанцам, и участие Вашингтона в политических процессах в регионе создало политическую пустоту, в которой стремительно закрепились радикальные элементы. Лидеры ваххабитского движения в Саудовской Аравии, правоэкстремистского крыла братьев-мусульман в Сирии, Судане, ряде стран Северной Африки призывали воспользоваться победой ислама в Афганистане для развертывания священной войны за освобождение мусульман Советского Союза. Вместе с тем, вооруженная оппозиция лишилась главной, объединяющей ее цели – борьбы с советским военным присутствием в Афганистане, что, в свою очередь, вело к большей дифференциации между организациями маджахедов по политическим, религиозным и национально-племенным признакам, не позволяло оппозиционерам достичь единства. Все это стало основанием для появления новой силы – движения «Талибан». Исламская радикальная оппозиция обрела уверенность в своих силах, продолжала получать финансовую, кадровую поддержку и вооружение. Нужно было сделать последний шаг к обретению господства в стране. До прихода к власти в Афганистане им пришлось вести борьбу с режимом Наджибулы еще более 3 лет. Однако, овладев страной в апреле 1992 года, лидеры афганской оппозиции продолжили борьбу уже между собой, и гражданская война в Афганистане разгорелась с новой силой. Многоплановый и продолжительный опыт советского военно-политического присутствия в Афганистане свидетельствует о том, что любые попытки навязывания народу внешнего управления обречены на неудачу. История неоднократно демонстрировала, что эта страна способна стать могилой империи. Матери всех бомб, пули и дополнительные контингенты не прекратят войну в Афганистане. Для решения афганской проблемы должны быть полностью задействованы все механизмы коллективной безопасности, все формы дипломатических усилий
все виды мягкой силы. Нормализация обстановки также напрямую зависит от стимулирования социально-экономического развития Афганистана. Афганская кампания была первой и единственной военной кампанией, которую вел Советский Союз за пределами стран Варшавского договора после 1945 года и самой длинной войной в советской истории. Ввод войск расширил масштабы сопротивления афганской оппозиции, был мощным фактором увеличения численности ее вооруженных отрядов. То, что начиналось как разрозненная священная война, джихад, против коммунистического правительства в Кабуле, после ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979 года в глазах оппонентов официального правительства стало выглядеть мощной угрозой и послужило объединяющим идейным фактором для повстанцев. С одной стороны, военное противодействие оппозиции представлялось как военная угроза, но в то же время не существовало линии фронта или фиксированной линии столкновения. На первом этапе вооружение повстанцев было весьма примитивным. Ряд факторов делал советскую кампанию в Афганистане уникальным. Прежде всего, Кремль понимал всю ограниченность размера армии. Не было возможности развернуть большие силы. Поэтому термин, использовавшийся для наименования афганской группировки «ограниченный контингент», имел не только пропагандистское, но и вполне реальное звучание. Имеющимися ресурсами 40-я армия могла закрепиться в определенных районах, но она не могла стабилизировать ситуацию в пределах всей страны, так как нужно было перемещаться из одного ареала в другой, оставляя регион уязвимым для действий оппозиции. Советские лидеры особенно подчеркивали высокий приоритет минимизации контингента и вооружений. Кроме ограниченности контингента и невозможности его расширения, по оценкам отечественных и иностранных экспертов, были и другие факторы, влиявшие на природу афганской войны Советского Союза. Географическая близость Афганистана к СССР обусловила геополитические и стратегические интересы Советского Союза в данном регионе. Прохождение основных магистралей и дорог по горно-пустынной местности, неразвитость транспортных коммуникаций в большинстве регионов Афганистана создавали трудности прохождения воинских автомобильных колонн с точки зрения маскировки и скрытности, а также обеспечения их безопасности. Недооценка степени религиозности местного населения, особенностей национальных и межплеменных отношений со стороны афганского правительства приводило к существенным противоречиям с исламской оппозицией. Отсутствие хорошо развитого националистического чувства не позволяло найти основу для сближения позиций как между правительственными и оппозиционными силами, так и внутри исламской оппозиции. Слабая развитость афганской экономики, стремление решить все экономические вопросы за счет международных спонсоров не позволяли правительству Афганистана обеспечить население продуктами питания и предметами первой необходимости, повысить уровень жизни населения. Данные характеристики весьма сильно отличались от тех целей и задач, которые прописывались советскими военными теоретиками, разрабатывавшими стратегию использования советских вооруженных сил, вооружение и боевую технику к потенциальному конфликту со странами НАТО. В Афганистане СССР ждала невысокотехнологичная кампания с использованием современного вооружения и боевой техники, военно-воздушных сил, регулярных воинских формирований. Вместо этого Советский Союз получил затяжную партизанскую войну, часто лишенную высокой степени интенсивности боевых действий и ведущейся лишь на тактическом уровне. В результате этого около 2/3 советских войск в Афганистане было вынуждено заниматься охраной и обеспечением безопасности городов и крупных населенных пунктов, коммуникаций, аэродромов, мест дислокации воинских частей, объектов промышленности, науки и культуры. Многочисленные вооруженные отряды оппозиции действовали практически по всей территории страны и контролировали около 80% кишлачной зоны.
Советские эксперты по Афганистану не смогли сделать прогноз о том, что в условиях сложной логистической ситуации поддержка для частей и соединений 40-й армии будет сложной и опасной операцией, а также зависимости афганской экономики от безопасности на коммуникациях дорожных связей. Все это создавало уязвимость для советских войск. Многие уроки афганской войны для Советского Союза оказались весьма похожи на те, которые получили США во Вьетнаме. Афганские события ставили перед советским командованием множество схожих тактических дилемм. Но СССР не выучили уроков Вьетнамской войны и других похожих операций. В период борьбы с басмачами в 1920-е годы, контрпартизанские операции периода Второй мировой войны, потому совершили много схожих ошибок. Регулярной армии у душманов не были, но были четко сформированы боевые отряды, отряды маджахедов, обладающие крепкой дисциплиной. Выполнение там каралось, если не выполнял, расстреляют и больше не разговаривают. Там на правах смерти все строилось, и страх смерти двигал людей вперед. Сильными сторонами афганской исламской оппозиции были прекрасное знание местности, на которой они воевали, высокая мобильность вооруженных отрядов и хорошая физическая выносливость бойцов сопротивления, внезапность нападений, в том числе ночные нападения, широкая социальная база и поддержка населения, мощная мотивация, исторически сложившаяся ненависть к иностранным захватчикам, религиозность, которая предавалась борьбе с прокоммунистическим правительством и советскими войсками. Внешняя материальная и моральная поддержка, особенно активная со стороны Пакистана и Ирана. Полевые командиры часто использовали родовую, культурную и языковую общность для получения информации из афганских правительственных кругов и афганской армии. Например, Ахмад Шах Масуд активно использовал в этих целях выходцев из долины Пантшер, работавших в государственных и военных структурах. Туран Исмаил – выходцев из Герата. Но очень редко происходило наоборот, так как оппозиционные отряды и группы были небольшими, и внедриться в них было крайне сложно. Слабыми сторонами афганской оппозиции были отсутствие единства и стратегического планирования, спорадические внутренние противоречия между различными оппозиционными партиями и внутри них, ограниченная огневая поддержка, логистические проблемы, доставки боеприпасов и вооружения, эвакуации раненых с поля боя. Парадоксально, но факт. Некоторые слабости афганской оппозиции могли оборачиваться ее сильными сторонами на тактическом уровне. Например, разрозненность повстанцев и нескоординированность их планов мешала советскому военному командованию и органам разведки их раскрыть, так как эти планы ими не составлялись. У афганской оппозиции не было какой-либо специфической тактики сопротивления. Эта тактика и опыт ведения боевых действий постигались практическим путем, когда результаты удачно проведенной операции внедрялись в практику действий других полевых командиров. Успешность боевой операции часто зависела от опыта конкретного полевого командира и его удачливости. Важный урок состоит в том, что традиционная партизанская тактика может успешно использоваться против современной армии. Это нужно учитывать при подготовке войск к антипартизанским действиям. Их готовность к проведению операций зачисток в сельских районах и городских кварталах, а также в разнообразном этническом и политическом окружении. Советские войска в первые годы ставили перед собой три основные задачи. Установление контроля над городами и крупными населенными пунктами, административными центрами, провинций и уездов. Обеспечение безопасности основных транспортных магистралей и коммуникаций. Обучение и снабжение правительственных вооруженных сил, афганской армии, службы разведки и контрразведки, Министерства внутренних дел. В середине 1980-х годов к названным задачам добавилось еще три. Уничтожение базовых районов оппозиционных сил на территории Афганистана,
борьба с караванами вооруженных отрядов оппозиции, доставлявшими оружие и боеприпасы из-за границы, содействие афганскому правительству в проведении политики национального примирения. Если первые три задачи советские войска и советники выполнили относительно успешно, то следующие три задачи оказались практически невыполнимыми, что и привело к осознанию невозможности решить афганские проблемы военным путем. В ходе заключительного этапа, начиная с 3 января 1989 года, на территории СССР оказались управление 40-й армии, части боевого обеспечения, три мотострелковые и одна воздушно-десантная дивизии, отдельный парашютно-десантный полк, четыре авиационных полка и четыре авиационные эскадрильи, несколько батальонов специального назначения, три отдельные бригады материального обеспечения и дорожно-комендантская. Из Афганистана в 1989 году было выведено 66 тысяч человек и более 6 тысяч единиц боевой техники. На родину вернулись 185 сотрудников 9 особых отделов КГБ СССР. 15 февраля 1989 года в 9 часов 30 минут московского времени вывод войск 40-й армии из Афганистана был полностью завершен. Хочу сказать о том, что за мной ни одного советского солдата, офицера, прапорщика нет. На этом 9-летнее пребывание завершилось. Я хочу сказать еще о том, что нашим солдатам, которые прошли эти 9 лет, ну, надо памятники ставить, наверное, так. Товарищ генерал армии, соединение части ограниченного контингента советских войск, завершив выполнение задачи по оказанию интернациональной помощи Республике Афганистан, выведены на территорию Советского Союза в полном составе командующий армией генерал-лейтенант Громов. Так закончилось 9-летнее жесткое советско-афганское противостояние, в котором страдало более 1 миллиона афганских граждан, было убито 18 тысяч афганских и около 14,5 тысяч советских военнослужащих. В Афганистане оставались лишь небольшие группы советских военных советников, советников афганской разведки и контрразведки. Им предстояло работать в новых, более трудных условиях. Вывод советских войск, обусловленный пониманием невозможности силового решения проблемы и давлением западных держав, превратился в один из симптомов разрушения биполярной системы мироустройства, стал прологом крушения Советского Союза. Военно-политическая обстановка в Афганистане образца 2019 года не дает поводов для оптимизма. Не удается наладить внутриафганский диалог и вывести американские войска, которые давно и безуспешно пытаются решить афганскую проблему. На месте шурави советских оказались американские оккупационные силы. Угрозы терроризма и наркопреступности, исходящие с афганской территории, продолжают нарастать. Россия сегодня последовательно поддерживает курс правительства Исламской Республики Афганистан на мирное, независимое, стабильное развитие. В том, чтобы Афганистан стал страной, свободной от терроризма и наркотиков. Известная непоследовательность американской внешней политики в этом регионе ставит под удар реализацию подобных планов. Обретет ли многострадальный афганский народ долгожданный мир, покажет время. Но что бы ни случилось, уроки афганских событий 1979-1989 годов забвению не подлежат. Невзирая на сложную политическую подоплеку афганских событий, мы должны быть справедливы к тем, кто жертвовал собой во имя будущего афганского народа и интересов Родины.
рядовые и офицеры, сотрудники разведки и контрразведки, советники и гражданский персонал. Все они – герои необъявленной войны. Память и суровую правду этой войны нужно беречь и передавать потомкам.